Всем привет, ребят. У меня проверочка сейчас идет качество эфира. Судя по всему, качество так себе, да? Да. Ребяточки, минуточку еще подождите, пожалуйста. У меня тут настройка идет трансляции, все никак не пойму, что не так. Всем привет, меня нормально слышно, видно. Напишите в чатике, пожалуйста, все ли хорошо, идет ли нормальная трансляция. Итак, всем привет, Сандлер, Сплитка, Сундер, все, кто уже подключился, ребяточки, привет, Барби, привет. Тут немножко проблемка у меня возникла с трансляцией. Пока что, если будут какие-то проблемы, если будут лагать там или будет большой пинг, пишите, пожалуйста, в чате. Я тут с железом 3 дня уже разбираюсь, с ПОшкой, все что-то странное происходит с компом. Ну, видимо, просится покупка нового компьютера, как минимум. Вот. А, ребят, сейчас прям начнем уже. Сейчас дочитаю то, что уже написали. Тимоха, привет. Мистер Бист, привет. Это ты? Реально ты, чувак? Вау! Мистер Бист подключился к нам. Не слышно. Уже лучше. А, не слышно звук или что не слышно? Давайте я отрегулирую чуть-чуть его, если нужно. Давайте сейчас попробуем. Сейчас мы сделаем погромче. Микрофон добавим чуть-чуть. 1 децибельчик. Так, лучше меня слышно, ребят? Скажите, ничего там не режет ухо. Вроде бы все наладилось. Первый у нас. Раз, два. И, братанчик, ты где у меня? Где ты? Вот он, первый стоит. Не увидел, не заметил. Ребятки, всем привет, кто присоединился уже, кто подключился к трансляции. Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. Я очень рад всех вас видеть. Я не проводил несколько дней трансляции, потому что справиться все никак не мог с проблемами с железом. Пока еще руки не дошли до покупки компьютера. Нужно чуть-чуть еще подкопить. Вот, но тем не менее. Супер Макс, прими, пожалуйста, пати. Прими, пожалуйста, пати.
Да, ребят, кто новенький, кто еще не знает меня, кто первый раз на трансляции, кто не понимает, куда попал, я скажу сразу. Этот канал на YouTube посвящен в основном фарму опыта. Может быть, в дальнейшем я начну там снимать какие-то еще дополнительные видосики по игре, но в данный момент это в первую очередь фарм опыта, быстрая прокачка, это карты с багами. Вот, все на канале есть, я каждый день выпускаю по новому видосику, и некоторые видео фиксят, конечно, не без этого. Но, тем не менее, еще много видео, которые работают, и каждый день выходит новое. Поэтому обязательно подписывайтесь, ребятки. Поставьте сейчас лайк этой трансляции, чтобы она у нас скакнула где-нибудь там в рейтинге на YouTube, в показах, чтобы нас стало больше. Ребята, еще сразу все объявления озвучу. У меня идея фикс. Она уже давно была озвучена тем, кто уже давно меня смотрит, со мной знаком. Я, когда будет 1000 подписчиков на YouTube-канале, разыграю 1000 бэбаксов, и это будет началом розыгрышей, началом моего такого интересного, приятного с вами сотрудничества, потому что я хочу очень часто дарить подарки, хочу очень часто устраивать розыгрыши, чтобы вам было по приколу, чтобы вам было интересно. Так что давайте немножко поможете мне, немножко общими усилиями как-то привлечем аудиторию, может быть, друзьям ссылочку кинете, знакомым, родственникам, кто у вас играет в Fortnite, кто не играет, пусть устанавливают. В общем, вот так. Сейчас будем играть в Fortnite, будем играть в королевскую. Цель номер один у нас всегда брать коронку, естественно. Вот. Максимальное количество фрагов. И предлагаю формат, как мы уже пробовали с вами, выполнение заданий. Кто-то из вас, можете все, можете по несколько раз все кидать мне в чатике задания. Мы эти задания будем брать в работу и будем применять. Так, я не вижу еще Саву. Сава что-то у нас потерялся. Где он у нас? Где у нас Сава? В игре. А, в игре. Ну, я его кину сейчас ему приглас. Мы сейчас с таким пати начнем. Ну, если он захочет, конечно. Не захочет, он возьму много из желающих. Все, мы начинаем. Вы пока накидывайте, ребят, задания, какие вы хотели бы, чтобы мы выполняли сейчас прямо в игре, чтобы было нам веселее и интереснее. Давайте зажжем. Буду играть с подписчиками, со зрителями, кто сейчас в онлайне, кто сейчас смотрит. Не отключайтесь, старайтесь все время быть в онлайн, потому что буду выбирать из вас по активности, кто будет максимальную активность проявлять в чате, буду брать в пати, и мы будем с вами играть на стриме. Вот так вот. Привет, Егор Бахтин. Привет, Овик. Все, рад очень вас всех видеть, ребятки. Сейчас все... Барби, да. Ребят, пожалуйста, кто сейчас подключается на трансляцию, хочет поиграть или просто добавить в друзья, чтобы поиграть там вне трансляции, кидайте, пожалуйста, мне запрос на друзей, чтобы я не тратил время сейчас на поиск ваших ников в системе, да. Кидайте, я буду всех принимать. Сейчас, секунду, я спрошу у своего начальника, что дальше делать. Что, Максим? Вот он ты, в пати. Я не говорил выйти из пати. Готовься играть будем сейчас. Будем сейчас открывать игру. Все, ребят, кто первый сейчас скинет инвайт в группу, того и беру. Сава почему-то все время сливается. Вот, Алекс. Все, Алекс залетает в группу. Наверное, он даже этого еще не успел услышать, но уже кинул инвайт. Поехали! Начнем же веселуху. Очень-очень хочется быстрее уже добить 1000 подписчиков. У нас в пятницу был последний стрим. Сегодня уже понедельник, да, если я не ошибаюсь. Да, сегодня понедельник. То есть в пятницу был стрим, было 271 подписчик на канале. То есть суббота, воскресенье, ну и там полдня понедельника, 3 дня, да, сейчас уже там 340, по-моему, если не ошибаюсь, 70 человек. Я считаю, что очень даже неплохой результат за такой короткий промежуток времени, учитывая, что каналу был месяц вчера. Да, 27 числа вчера был месяц каналу этому. Так что, ребят, мы растем очень быстро, это круто. Вчера, кстати, поступило рекламное предложение, от которого я отказался. Потому что не хочу засирать пока, по крайней мере, видео рекламами там магазинов в Телеграме и все остальное. Хочу, чтобы они были максимально для вас интересными и нужными. Вот. Может, когда-нибудь сделаю свой магазин. Посмотрим. Да. Да, слышно. Слышно.
А, нет, не слышно. Я, наверное, слышу тебя в мои наушники. А что у тебя случилось? Микрофон подними, опусти еще раз. Переподключи к джойстику там. Супермакс — это мой сын, он играет со мной сейчас, открывает эту каточку первую. О, кстати, смотрите, какую крутую мне кирку один из подписчиков подарил. Когда я бью что-то или кого-то, появляются сердечки. Это подарил мне Визард. Визард. Артем, спасибо тебе, кайфанчик, большое. Вообще очень приятный подарок. Итак, давайте. Алекс 107. У тебя вроде как микрофон есть, но я тебя не слышу. Ставь метку, куда мы падаем, и давай ты нам расскажешь, кто ты, как тебя зовут. Ну, наверное, тебя Алексей зовут, я так думаю. Или Александр. Одно из двух. Супер, падаем сюда. Давай, если у тебя есть микрофончик, он работает, давай познакомимся. Ты же на стриме, чувак. Хорошо. Но мы сейчас летим вот на желтую метку, где Алекс кинул. Тут такой скромный домик. Давайте я чуть-чуть тогда вот сюда хотя бы в стороночку полечу, чтобы лута нам всем хватило Я сюда. начального. И сейчас чуть какую-нибудь оружку возьмем и будем собираться вместе. У меня тут, походу, гости, да? Ай, Артем забрал, блин. Сто... А, это ты, Мась? А, это Макс забрал. Ты... Давай пистолетик возьму, а то у меня лут, конечно, огонь просто. Что, щиточки? Давай щиточки поправим. У меня две снайперки, ребят. Так себе. Ребят, я буду немножко проседать по чату, не буду сразу его читать, потому что я в игре, вы же понимаете, да, не могу все время быть в чате. И так у меня часто игра страдает от того, что я поглядываю туда и отвлекаюсь. Но вы обязательно накидываете, пока мы будем в лобби, там новый пак собираться будет, и пока мы будем загружаться в игру, мы обязательно, ребят, обязательно почитаю, что вы накидали, и думаю, что мы это возьмем в работу в любом случае. Давайте, минутка паузы, да, танцуем, ребят, развлекаемся. Погнали дальше. Нам нужно найти какую-то команду, чтобы ее уничтожить. Может, звери? Лагает трансляция. Пишут, что лагает. Ну да, вижу. Вижу, что лагает. Плохо, ребятки, что я могу сказать? Давайте попробую сейчас перезапустить. Че, ребятки, сейчас я там вроде какие-то настроечки поменял. Скажите, как там дела с трансляцией? Восстановилась она, подлагивает она или нет? У меня стоит минимальная задержка. Может быть, может чуть-чуть ее увеличить, чтобы как-то получше было. Ну, определенно мне нужен компьютер. Я вообще на прошлой трансляции сказал, что больше трансляций не будет, но чуть-чуть вот поковырялся там в железе, чуть-чуть там обновил кое-что, чуть-чуть на строчках поковырялся, думал, что это поможет. Хотя до этого каким-то образом все работало чудесно. Сейчас вот видите. Такая вот беда. Что-то пошло не так. Хочется нормальный автомат. Я не слышу, ребят. Вы слышите выстрелы какие-то? Вы слышите кого-то рядышком? Давайте найдем. Нет. Очень Вы хочется меня испугались. сражений, очень хочется. Не вижу никого, не слышу никого. Так, посмотрим, что у нас по статистике. Вроде бы все пока должно идти нормально. Пишите в чатике, ребят, поправилась немножко ситуация с трансляцией? Получше. Окей. У одного только получше или вообще получше, ребят, стало?
Что, интернет я проверял, у меня интернет огонь. У меня очень хороший интернет здесь сейчас. А проблема точно не в нем. Да, блин. Опа. Выстрелы слышу. По-моему, наверху там где-то, ребят, недалеко есть движуха. Это я был. Не-не. На северо, северо-востоке. Уже лечу. Летишь на мотоцикле? Давайте же найдем их. А, вот они, нокнутые. Забиваются, чел. Да как ты, блин, как так быстро добраться-то, Нок. елки-палки? А, Тоже опять двоих. забрал все. Негодяй. Вон еще есть. Да Есть. боже, Одного чел, что забрал. они Хоть забирают? одного забрал, блин. Жулик. Надо мотоцикл тоже себе взять, а то я так немножко долго буду. Сава присоединился к группе, вернулся. Давай, Савчик, уже следующую тогда с тобой сыграем. Сейчас у нас разминочка, мы играем. Опа, что у нас тут? Лут есть. Ничего себе, какие интересные штуки. Вот это хочу и все. Больше ничего не хочу. Я легендарное хочу. Так, блин. Давай добудем. Где же ее найти? О, я вообще влюбился в турель, ребят. Я научился ей... Ничего себе. Играть это очень классная штука. Это весело. Летим на машине. Подожди, стоямба, я иду за тобой. Подожди, дай присоединись. Кому? Ну, блин, Куда? тебе говорю, ты же укатил на машине. А, так я хочу движуху сам. А, конечно, Чтобы туда интересненько ты вести. придумал. Я хочу Куда вести? пушку, вот эту телепортушку, потому что я не успеваю. Вон, Тёма В смысле, что убегает за постоянно. пушку? Я убегаю, Пушку-телепортушку. я движуху хочу. А я, думаешь, не хочу, что ли? Я догнать тебя не Не могу. Ты знаю. постоянно на каком-то транспорте едешь. Бах! Куда этого босса? Корефанчиков сейчас возьму своих. Один. Прыгай. Алекс. Алекс. Все, погнали. Люлей Визарду дадим Куда? сейчас. А то он у нас убежал. Убил. Так, залутаем легендарную штучку. Дай-ка ее сюда, вот. Чтобы на стрим привести людей, можно делать, ставить лайки, писать комментарии, можно ссылочку отправить своим друзьям. Очень много вариантов, как привести друзей на стрим. Реально существует. Вот, я вот так хочу и хочу вот так. Что вы там разбираете? Ну, Дайте спасибо. импульсную! Вы что Ну, делаете? спасибо, дружок. Дай импульсную. Спасибо. ППХ хорошая лежит, вот. В смысле одна? Куда делись? Сейчас На тебе я за это. Тёме поломаю. Съел. Ай, по-моему, сейчас меня здесь... Вон, вижу типов, ребят. Сколько их там? Они что там размножаются, как муравьи? Давай, мочи Муравьи их. какие-то. Ай-яй-яй. Смотри, разбежались, как тараканы, блин. Вон, обходит, обходит справа. Пойду встречу. Ног. Справа, видел, обходит? Где? Ах ты жук! Минус. Блин, добили уже всех, что ли? Один остался где-то прячется. Все мои. Конечно, я не сомневался даже. Мои. Сейчас я еще одного хочу найти. Он вот сюда вот наверх, по-моему, ускакал. Да, вот он. Ну, Сюда. блин, ну Тём, ну ё-моё, ну дал бы хоть посражаться чуть-чуть. Засранец ты. Пойдем, вон открывают эту Сюда. банку, открывают. Ну, блин, как хранилище А, я ее дурацкое. сейчас убью. Дайте импульсную. Да ё-моё. Какие батутики.
люблю батутики. Че не допрыгнул? Неонис, привет! Егорик, привет! Шрамок, привет! Всем привет, ребяточки! Я немножко отвлекаюсь сейчас от чата, не вижу все, поэтому потерпите, я отвечу сейчас обязательно. Сейчас в игре сложно иди. Отвлекаться. Они вот они сидят. Прям тут? Бам! Ёп! Перезарядка. Ай, меня сверху нокнули, сверху на крыше. Еще вот зашли. Двое внутри. Дай мне запить. Ай-яй-яй, меня за это зафигачили, короче, в бокс. Зараза. Ну, веселуха была, чё, конечно. Это прикольно. И опять меня первого нокнули, ребят. Это просто какая-то прям... Злая судьба у меня. Меня всегда любят очень. Или я лезу постоянно на рожон, или меня очень любят просто все противники. Они меня постоянно... Сейчас всех похилите сразу, да? Нормально, и строится он неплохо. Я вообще забыл, что это в стройке. Я сегодня в нулевую поиграл немножко. В рейтинговую. И... Что он делает? Он больной на голову. Да ладно. Нормальный чувак. Смотри, как он хорошо играет. Надо, а, еще и улетел. Быстрее, вон туда, вон. За боксом, иди за боксом. Сюда, иди сейчас, как... Вы вообще про меня забыли, да? Если что, тут ресалка. Прям вот, вы на ней тусуетесь, ребят. Уже бы кто-то реснул бы. На, 37 дал, отлично. Да он же банку выпил, ты чё? Он же... Да куда ты, иди сюда? О, спасибо, Макс, вообще круто, меня резают. Так, у меня супер, все хорошо, кроме того, что у меня очень сильно лагает комп, и он очень слабенький. Так, как дела? Все хорошо, я уже ответил, да. Поставить одинаковые скины. Хорошо, будем считать это как задание, да, которое нужно выполнить. Блин, мне нужно... Сейчас меня опять нокнут, смотрите. Где? Вот. Понятно, меня нокнут сейчас, да. Я же говорил. У меня патронов перезарядка была на автомате. Слушай, один чувак до сих пор живой. Вы все убили его, да? Да. Давайте реснемся и хоть чуть подлутимся. Че ты взял? Такой молодец, пацанчик, кстати, или девчоночка, не знаю, кто это играл, очень хорошо, очень прям качественно. Да ну, ребят, ну вам-то зачем лут, у вас все есть. Вы серьезно? Все позабирали, чтобы что? Блин, можно вообще... Да, Максим, можно я, пожалуйста, буду играть? Хорошо, спасибо. Я не могу смотреть в твой компьютер, потому что я смотрю в свой. Хорошо? Нет, через свой компьютер. Где весь лут, ребят? Вон, что-то вижу, там мелькнуло. Вот, мой чемодан. Отдайте, во-первых, мне. О, вот лут. Ну ладно. Мое, ну, мое, 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 все мое. Тут столько острого клыка этого. У меня, если что, мне нужна хилка какая-то, ребята. Есть там что-то? Там нет? Столько этих, блин, баночек. Да, вижу. Я их просто хоть реально как попой жую. Вы там присмотрите за нами, а то сейчас кто-нибудь прилетит, а опять нам по попке надает. Так. Ну, такое, не. Не хочу я этот автомат. Он классный, но я его не хочу. Так, баллон только что ли? А вот аптечки вижу. Надо, наверное, вот так сделать. Я в круге. Ням-ням. Сейчас аптечку сделаю и поедем дальше. Так, первое задание поступило. Поставить скины, как в прошлый раз. Но я не помню, какие скины были в прошлый раз. Но типа все одинаковые скины. Это вообще прикольно. Давайте, будет. Как у меня скин поставим. У меня такого нет, наверное. Как нет? Как нету? Вот такого у меня нет скина. Откуда у меня такой скин? Это имба скин.
Он всего лишь 1200 баксов вчера продавал. Да ты что? Я его вчера купил. Да бля, опять появилась. Рыбак ловец. Опа, слышу. Слышу на супермаксе, да? Да, стримеры, пидоры. Это кто там такой? У кого мой там? Брат даун. Тём, твой брат? Привет, да. Ему, привет ему передавай. Скажи, что пусть сильно не завидуют, от этого морщины появляются. Реально здорово. Боже. Братишка велом, что боже. А, нету никого. Так как, они были только что, вот они, на мне, блин, они на тебе, они. Малой. Боже, брат. Один да есть? Боже. Еще один, еще один, еще один, ребят, еще. В боксе. Со спины. Блин. У меня хп. Ай-яй-яй! Ай-яй! Блин! Опять меня нокнули, ребята! Вот в боксе у меня прям. Хилится, пьет банку. Вот здесь, да. Ну класс. Нормуль. Нормуль. Было прикольно, ребят. Все, вернуться в лобби. Спасибо за разминку. Давайте, ребятки, кто у нас следующий идет со мной в пати? Два человека. Давайте попробуем решить сейчас. Кто хочет, во-первых? Подарок. Ой, прикольно. Мне подарочек от Мишель прилетел. Мишель, спасибо тебе большое. Балалайка клевая такая. Балалайка лама. Анонимус присоединяется. А, я знаю. Я его ставлю. Это круто. Сейчас я покажу. Вот. Класс, спасибо, Мишель. Очень приятно. Сундра, я знаю, как его... А, это ты Егорке, да? Написал. Да, его Артем зовут, но у него же ник киллер, поэтому никаких проблем. Так, что у нас еще есть? Ребят, давайте, Алекс, спасибо за игру, Тём, спасибо за игру, давайте мы сейчас вот еще возьмем одного человечка какого-то и следующую каточку поиграем. Ну, попозже еще сыграем, не переживай. Окей. Okay. Давай, удачи. Давай. В соло я не играю, на стриме так тем более. Я играю на стриме с подписчиком, чтобы было веселее и интереснее. В соло не вижу смысла, я не могу себя назвать крутым игроком, поэтому смысл мне мериться с вами силами, ребят. Если играет там сколько? 100... Не помню, 120 миллионов было, да, одновременно? Или сколько, я не помню. Нет, 28, по-моему, миллионов играло. Не помню, короче. Неважно. Все, Сундер следующий добавился, поэтому берем его. Ребятки, давайте еще активность в чатике проявим. Ребят, кто не является еще моим другом в Fortnite, кидайте, пожалуйста, инвайт в друзья. Я буду вас добавлять, потому что вы пишете я, но я даже не понимаю, какой у вас ник в игре. Если вы будете писать я... Там хочу следующий, мой ник такой-то, да, и я вижу, что вы у меня в друзьях, я вас добавляю сразу, и мы летим в игру. Готово, ребятки, все нажмите, пожалуйста, чтобы у нас загружалось. Так, давайте посмотрю, кто кидал. Вот, принимаю вопросики в друзья. Воу, теперь ваш друг. Да, Неонис, конечно, можно. Мы на стриме сейчас играем с зрителями, с подписчиками. Кто вот проявляет какую-то активность в чатике, да, пишет там, что-то спрашивает, рассказывает. Да что такое? Почему опять слетело? Я же нажимал, готово, ребят. Пока, ребят, не возьму в группу, мы сейчас уже полная пати. Сейчас, когда доиграем эту катку, я буду брать в группу. Да, Шаромок принял тебя в друзья. Плитка пишет, что занимает максимум 5 или 15 место. Блин, я сегодня зашел, такой, думаю, разомнусь. Зашел размяться в рейтинговую одиночную игру. Они пока еще там до какого-то числа работают. И было 18 киллов и королевская победа. Я пожалел, что я не включил запись игры. Было бы, конечно, очень круто такой видосик иметь. Вот.
Новеньким всем привет, ребятки, обязательно подпишитесь на канал. Мой корефанчик Степан, видите, на спине у меня, это мой друг. Он помогает мне записывать видосики на фарм опыта, уже многие его знают. У него был день рождения в пятницу, когда обновилась у нас игрушечка, когда у нас начался новый сезон. Мы отметили его. Было круто. Так, Егор добавил. Привет. Давайте задания, ребят, на эту каточку какие-то интересные. А, мы, кстати, скины одинаковые не взяли, да? Ну, это сложно. Это очень долго в лобби проводить время, чтобы брать одинаковые скины. Давайте, наверное, не будем тратить ваше драгоценное время. Это будет очень скучно и неинтересно. Давайте какие-то задания для каточки. Что, какие есть у вас идеи? Как нам эту катку играть? Анонимус, привет, ты с нами играешь, по-моему, первый раз, у тебя нет микрофона, я вижу, ты на Xbox играешь. Давай Анонимус желтой кинет метку, и мы полетим на эту метку. И будем оттуда уже плясать. Ты меня слышишь, я надеюсь? Анонимус, ты меня слышишь? Ну, в общем, не слышит. Слышит, вот, поставил, на поля помешательства, летим. Что? На поля, на желтую меточку летим. Дружище, ну я сейчас беру меточку тех, кто первый раз с нами играет. Ты, ну, выполнишь потом, не на стриме, потом выполнишь. Я тебе помогу, не переживай. Давай тогда сейчас следующую каточку ты выйдешь из спать, выполнишь это задание, а я возьму троих сразу подписчиков, троих зрителей сразу возьму себе в пати, и мы поиграем сразу вот так вот. Это будет еще интереснее, чем сейчас даже. Ага, дулечки, тут нет ничего. Да блин, берись. Что-то это не похоже на хороший лут, ребят. Ну, нет, это мы возьмем. Ладно. Вот здесь. А, вот вижу. Да я вижу, мы сейчас тебя быстро резим, смотри. Раз, 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 раз. Все, готово. Так, ребят. Ой, давай. Хочу. А можно еще один? Ай, блин, третий не берется. Только два. Возьмите, кто хочет турельку, ребят. А, ну, конечно. Прибежал вовремя я. У меня никак... Ладно, на. Снайпу я не хочу, ребят. Берите, если хотите. Мне надо щит. Пойду сейчас посмотрю, может, в сундуке есть вот здесь. О, пойдет. О, и вот это. Это прям классная вещь, ребятки. Вот так вот делаешь. Ребят, я не могу немножко с опозданием отвечать в чате, потому что в игре сейчас нахожусь. Пожалуйста, прошу без обид. Всех прочитаю потом. Всех потом обязательно услышу. Все, погнали искать жертв. Там много жертв. В желтом, может, доме. Давайте попробуем посмотреть. Они любят это место. Может, кто-то возьмет контракт, если еще успевают. Бесшумный ниндзя приехал. А, не-не-не, Ванечек, подожди. Присоединиться в группе пока не могу у тебя. Ребят, я не слышал, не видел, были ли какие-то идеи по... А как так случилось?
Какие-то идеи по заданиям были у нас или не были или нет? Шрамок, я принял, друзья, принял. Всех, кто мне присылал запросы, я принял. У меня нет запросов больше. Видишь, приглашения друзей нету. Я всех взял. Поехали, ребят, искать. Висели. Ну, поехали на нее. 1200 метров, фиолетовая. Нет, ребят, пожалуйста, не присылайте мне приглашение вступить в вашу группу. Я не могу развалить свою пати и пойти к вам в группу. Я на стриме, я собираю пати. Если вы хотите в группу, то кидайте, добавиться. Ладно, поехали, я понял. Кидайте добавиться. А лучше во время игры не кидайте. Лучше, когда мы закончили, я собираю новые пати, я вас добавлю. Тех, кто будет у нас самым активненьким. Так. Только с ППшкой играть. Задание от Тимохи поступило. Окей, следующую катку мы играем только с ППшкой. Сделать каждому 10 киллов это невозможное задание. 40 киллов, при том, что всего 99 игроков, из них 4 мы. Это невозможно. Ну, 100, ладно, игроков, но их никогда 100 не бывает. Дай бог всему пати сделать 30 киллов, и это тоже очень-очень сложно выполнимая задача. Что-то вроде как мелькало впереди, да? Вон, 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 смотрите. Вон. Двадцать семь дал. Пушит кто-то, пушит, ребят, дальше. Вон, идет, идет типуля. Есть. Следующий. Мне нравится, когда они по одному подходят. Такие вообще культурные, да? Блин, я не попал, по-моему, ни разу по нему. Вот как бывает, когда ты играешь в команде и разбегаетесь все в разные стороны. Вот такая вот история бывает. Всех по одному просто выцепляют и нокают, ребят. Ай, блин, вот это я олень. Блин. Ну серьезно, мать, ты забрал килл, ты понимаешь? Но я его бил, а ты взял и добил. А где моя еще одна турелька, ребятки? Еще одна турелька была. Блин. Да елки-палки, ну ребят, ну так нельзя. Опять забрали. Турелька, 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 где? Все, нема что ли турельки? Я не понял. Была, а куда она делась? Ладно, профукал я одну турельку, ну ладно, ничего страшного, погнали дальше. Но если она тебе не нужна, я бы взял. Если ты ей не играешь, но не пользуешься. Что у нас там? Бодрый темп. Давай, ладно. Ай, блин. Ну ладно, я же не играю ими. Ну, конечно.
Вот и вторая турелька. Супер. Откопал вторую турельку. Вон там огоньки у нас сверкают. Вон. Где-то в этом краю. Да. Ребятки, северо-запад. Четко северо-запад. Сядал. Да блин, никого не добил, короче, реально. Внутри, в этом. Ребят, где они, внутри или где? Прикольно. Турелька вообще хорошая вещь. Все. Отжали все киллы. Короче, у меня всего 2 килла из 13, ребят. Это, конечно, печально. Сейчас я подвинусь, а то мне для мышки не хватает места. Очень узкий стол. Да, я слышу тебя. Да, пойдем. Опа. Добегался кто-то уже, да? Давай, пока я цветочек юзну. Так, что у нас там? Опачки. Вот это, кстати, прикольно. Блин, воду закинул, капец. Где? Еще один. Здесь где-то прятался. Все, да? Да, все. Коронка моя. Коронка. Ай, ты забрал коронку, что ли? Ну ты бесстыжий, я же сказал, коронка моя. Зачем ты так сделал? Мась. Карты надо собрать вон. Турельку надо забрать. Я ж не могу бросить своих товарищей, правильно? Карты. Карту одну только взяли, а где? А, все, взял. Полетели. Я сейчас тут типа видел, мне кажется. Да? Это так? Давай резаем. Блин. Ага. Блин, Мась, давай. Мась, мы же тут могли, блин, застроиться, понимаешь? Чем мы с тобой не сделали этого? Ай-яй-яй. Да ё-моё! Не успел, ну ладно. Фигово, мы сыграли немножко. Ничего, сейчас разыграемся. Очень замерзли руки. У нас сегодня так похолодало сильно. Просто трындец. 15 градусов. Не получилось мне жить, Барби, к сожалению. Привет всем, кто присоединился. Микола, привет. Арсвор, привет. Санчик, Барби, еще раз привет. Всем, ребяточки, привет.
Так, Егорка настаивает. Давайте, ребят, кто сейчас? Альберт и Анониму, спасибо за игру. Макс, тебе тоже спасибо за игру. Выходите, пожалуйста. Да, я сейчас играю с тремя подписчиками еще другими. Следующую каточку. И мы играем только ППшками. Только ПП, ребят. Пожалуйста, когда я вас добавляю в группу к себе, не отключайте трансляцию, ребят. Пусть она у вас... Сейчас у кого-то колонки работают или звук на телефоне с трансляцией. Выключите, пожалуйста, кто в пати, потому что дублируется звук. А, так, добавляю в друзья, кто кидает инвайты. Ребятки, кто не вышел из пати, из тех, кто играл сейчас? Анонимус, спасибо за игру тебе большое. Давай еще поиграем потом не на стриме. Пока. Все. Она, естественно, есть на любой трансляции, просто вопрос какая. Давай так сделаем. Ты сейчас напишешь... Вот какое у тебя последнее слово? Да ничего. Напиши что-то, вот скажи, когда напишешь. Шрамок точку поставь. Да, быстро, все хорошо. Просто я читаю с задержкой, я же... В игре был. Ребят, всем, кто сейчас смотрит, давайте, кто меня не знает, новеньким. Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. Мой канал посвящен фарму опыта. Я снимаю видео по фарму опыта, очень удобные. Там можно как по инструкции пройти видео и накачать, нормально себе левел прокачать. Там есть видосы разные, на 200, на 400, на 800 тысяч опыта. Кому как дает, всем по-разному. Не забывайте оставлять всегда комментарии под видосиком, сколько получилось нафармить у вас, чтобы такую хотя бы среднюю статистику понимать. Сейчас мы играем с подписчиками. Пока не могу добавить в пати, ребят. Не кидайте в пати, кидайте инвайты в друзья, те, кто еще не добавился. Вон, пишут, что там, где видос вышел час назад, карту, походу, пофиксили. Все может быть, потому что сейчас, видимо, этим занялись плотно, стараются фиксить очень быстро. Но ничего, ребят, я все равно каждый день выпускаю новое видео. Желательно вам всегда, когда подписаться на уведомления, всегда, когда выходит видос, сразу его юзать и сразу получать опыт. Потому что иначе вот там час-два проходит, некоторые карты фиксят. Некоторые уже 3 недели и карта рабочая. Ну... Непонятно, как это происходит. Егор, ты не поставил готово, и мы не можем улететь на карту. Давай, ты нажмешь, хорошо? Sorry. Давай. Вот, смотрите, что мне подарили. Эмоцию такую. Класс вообще. Веселая. У меня набор подаренных эмоций. Вот еще одна мне подарили эмоцию такую вот с попкорном. Потом вот эту мне еще подарили эмоцию. Вообще кайф. А у меня тоже такая есть, только я не знаю, есть там у меня что-то или нет. Это ж надо подряд набрать. Подряд только одна была. Так, вот. Старайтесь, пожалуйста, не выключать трансляцию. Пусть она у вас идет, чтобы не уменьшалось количество зрителей, чтобы она была где-то в рекомендациях YouTube, чтобы больше людей могло присоединяться и смотреть. Вот, спасибо вам всем огромное, кто смотрит видосики, кто лайкает их, кто пишет какие-то комментарии. Огромное вам спасибо, потому что видосики набирают нормально так просмотров, учитывая, что канал очень молодой. Каналу был вчера месяц, как я начал регулярно выкладывать видео. До этого я там буквально несколько дней тестировал трансляции на нем. Вот. То есть, по сути, месяц каналу, и там уже, вот видите, 340 точно подписчиков есть. И видосики залетают на 2000, на 1000 просмотров, там разные. Спасибо. В ТикТоке тоже вообще удивительно быстро развивается ТикТок. Там, по-моему, даже еще 3 недель нет, или только вот 3 недели. Тоже уже 200 подписчиков, и видосики залетают. Один видосик уже больше 10 тысяч просмотров набрал. Так что, ребятки, подписывайтесь, где вам удобно. Тем, кто не в курсе, смотрите, на экране есть сбор на компьютер. Я собираю на компьютер, потому что у меня с ним проблемы. Есть вот топ ребят, которые задонатили максимальное количество. Спасибо. Да, я прыгнул. Спасибо вам огромное, ребят, что поддерживаете, что как-то помогаете. И справа на экране есть такая шкала Мемпати. Это сервис, с помощью которого можно отправлять мемы прямо на трансляцию.
Там каждому новенькому, кто приходит регистрироваться сейчас, от меня приветственный бонус в виде 5 лам. Это 50 рублей. И один мемасик стоит вот эти 5 лам. То есть вы можете потратить эти ламы сразу на мемасик, отправить его на трансляцию. И в этой шкале засчитается 5 очков. Когда там будет 100 очков, мы с вами, ребят, можем 75 секунд безостановочно отправлять мемасики на трансляцию. Просто чумовая штука. Мы это проделали в пятницу. Ух ты, какая засранка. Я чуть не убился, ребят, если что. Я снайпнул в полете. А меня этот пухой телепортухой откинуло. Нормально так. Да я его и снайпнул. Походу. Короче, ребятки, переходите в описании по ссылочке, как там, что-то типа, я забыл, как написано, типа освежи трансляцию мемасиком или что-то в этом духе, получайте приветственный бонус, отправляйте мем и давайте веселиться вместе. Зараза, тут эти же боты. Сейчас я щиток подхилю, ребят, щиток, и я буду... Тут белый, у него 10 хп. Да, тут еще и босс, прикиньте, ребят. Так, сейчас... Карточки все собрали? Нет, одну карточку еще не взяли. Она... Егор, возьми сзади мою карточку. Окей. Блин, я еще провалился. До свидания. Ай-яй-яй. А он такой, толстый. Зато у него есть вот такая вот штука, которая нам понадобится. Еще кто-то есть, Егор? Или... Не, да, это определенно не ты. Слышал выстрелы? Вроде нет. Ну, да, слышал в той стороне примерно. Это эти, да, боты, нет. Короче. Пойдем в хранилище. Сейчас. Пойдем в первую очередь сначала резним ребят, а потом сходим в хранилище. Подождите, вон там что-то лежит, золотой винт. ППшка там, да, я не взял. А подождите, у нас же ЗД. А, да, кстати, ребят, мы профукали задание, короче, мы начали играть всем подряд. А получается, а кирку можно, вопрос? Да, кирку можно, конечно, просто из огнестрельного оружия только ППХ может быть. Ой, да, правильно, ППХ. Но это уже следующей пати, уже нет смысла сейчас это делать. Ну, ой, блин, я строюсь, конечно, ребят, а вот эти ужасно. Там можно использовать, да? Кого? Ну, батуты, турельки, все такое. Да. Из оружия, только ППшка. Но это на следующую же, ребята, игру, потому что сейчас уже нет смысла. Мы уже пол игры проиграли вот так. А нет смысла? А, причем там дипломат? Что, банку? А зачем мне? Ну, да, у меня не полный, у меня банка есть. Давай, кому тебе, кому? Ник, скажи свой. Ну, мне это кто мне? Кто мне? Скажи, как тебя зовут? Ник твой какой? А? А, вот вижу. Давай. Давай я тоже тогда. Копьем. А тебе дипломат нужен? Давай, почему бы и нет. Добавил друзья, ребят, того, кто кинул сейчас инвайт. Пойдемте сходим в хранилище, ребят. А ты, на, держи. Диплом. А, нет. Ладно.
Где дипломат? Я не вижу. А он Вову забрал уже. А, Вову забрал. А я его не смогу так собрать, Вов. Надо его просто выкинуть из инвентаря. Угу. Давай, сейчас попробую. Угу. Спасибо. Идем вот сюда вниз. Здесь камеру. А я ее уже вырубил. Тут что-то есть, тут что-то есть. Ай, как стреляет? Все, минус, 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 минус. Хватит летать. Какая у меня кирка, видали? Сердечки отжигает. У меня есть кирка. Классная. Что это сейчас от нее? Карифанчик мне подарил. Артём зовут. Вот это прям то, что надо. Мне очень нравится этот дробаш. Вот такой? У меня есть эпический, я тебе могу дать. Ну, у меня эпический, вот. Можно мне дробаш? О, хаешки, хаешки. А где хаешки? Можно мне дробаш? Хаешки. Да, бери, тут вон лежат. С оружкой, конечно, с этими, с автоматами беда полная. У меня два дробаша, кстати. Я могу вот такой дать кому-то, хотите? О, и вот такой. Какой? О, вот такой, а, вот такой. Давай. Можно мне, пожалуйста? А дай мне, пожалуйста. Тогда я возьму пока еще... А, вот. Вот то, что мне надо. Определенно. Все, ребят, погнали. Банки забрали все? Нет, не забрали. Я себе возьму. Значит, лагает немножко. Ну, бывает такое. А, блин, вот. Ой, секрет снайпера. Пойдем, ребят, искать кого-то. Хочу... подраться. Погнали. Кому-нибудь нужно импульсы? Что нужно? Дробовики? Импульсы. Импульсы. Кому-нибудь нужно? Не-не-не-не-не-не. А. Блин, жалко то, что... А, да, я по следам. Ребята, видите где-то признаки выстрелов? Говорите, потому что что-то мы совсем... У нас 6 киллов только. Прям печалька. Вижу динозавра. Где? Вот тут метку кидай. Вот тут, вот тут. Все. А, вон бегает. А, вон бегает, бегает, да. Я сказал. Дайте патроны на снайперку, пожалуйста. Иди сюда. Кому? Вове, иди сюда. Нет, не Вове. Вов. Вот, ребят. Сюда, иди сюда. Спасибо. Мне не нужны патроны. Это бот. Ну, тем не менее. Время лагает. Ну, Вов, иди сюда, Вов. Где он? А, это ты, блин. Вон на той стороне, ребят, по нам гасят, сейчас, видите? Сейчас, подожди. Иди сюда. Это получается, где, я не понимаю, вот эти? Вон там. Спасибо. Вот был типочек, вон там. Давайте пойдем посмотрим. Вот тут, человек, вот тут. Ну хорошо, давай. А, розовая метка? Или какая? Да, розовая. Вот фиолетовая. Фиолетовая, да. Наверное. Да. Фиолетовая? Они... Да, это бот. Только один килл, офигеть. Там... Вот. Можно. Блин. Ладно, так. Смотрю, тоже пойдет. На ТикТоке имеешь в виду? Нет, в Ютубе. В Ютубе? В Ютубе 200 подписчиков? 300 же там, по-моему. Когда я зашел на страну, у тебя было 340 страниц. Да, ты что ты говоришь 200? Я удивился, потому что у тебя подписчики быстро растут. Да, растут быстро. А если рекламу дать, так еще быстрее будут расти. Но я не даю. А у меня вот есть. Ну что? Да что такое? Есть патроны на дробовике? Да, есть. Посмотри, как она фигово стреляет. Можешь скинуть, показать? Щит мне сожрало, падла, все. У кого-нибудь есть какая-то штука, патроны? На какую штуку? Вот эту. Это... На автомат или на ПП? Я не вижу просто. Автомат.
автомат. Челики, там челики, там челики. Где там? На ящике. Полетели? Пошлите, пошлите. А, у меня нету интересного. Я не успел, я не успел. Блин, что такое? С кого стреляешь-то? Вот ни с кого. Не, просто в кого-то стреляли. С любовью, добиваю с любовью, видишь, сердечками. О, здесь вот кто-то есть. Да блин, взял, не взял? Кто-то забрал, да, фиолетовую? Тут еще одна турель. Я пометку поставлю. Ой, это что за фигня? Они там уже заутали. Они там уже заутали, как он шли. Скользкие. О, тут все, на мне тело. Иду. Дал 80. Ну, кто не добил? А у него вообще будет. Тут острый клыш. Летели на батутку летели. А, вот здесь вот клетки. А куда прыгать там идет? Ням-ням. Прыгать? Я не знаю. Давай сюда вот, на меточку. Ребятки, всем, кто присоединился сейчас к трансляции, имейте в виду, ребят, меня зовут Дима, и мой канал посвящен фарму опыта. У меня дофига челиков. Вот пошлите на остров лучше хотя бы. Говорю, у меня дофига челиков, помогите. Это у кого? У кого это? Это у Вовы. Да блин. Вов? Окей. Ааа, скользко. Вов, бежим. Вовчик, идем тебе, идем. Там не очередь, а вы? Yes, да, да, 4, чучело, блин, 4. Там 3 челика. А чё ты так далеко ускакал от нас, дружище? Я говорю, пойдемте на бокс. Я понимаю, то, что ты говоришь, это не значит, что все сразу могут выполнить твое пожелание, понимаешь? Тут есть такая штука, что когда команда разделяется, ее очень легко уничтожить, понимаешь? Дима, я буду за тобой лучше ходить. Перезарядка, 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 спам, не надо, пожалуйста, спам. Вот тут по мне, а по мне проспамили, про мне поспамили. Всё, мы убили. Блин. Там они очень жёсткие, лучше ходить и не резать никого. Ходите, не резать, сваться. Не резать, уходить. А, их трое? Четверо? А что, вы никого не убили из них, что ли, ребят? А как так вышло, что вы никого не нокнули-то, блин? Столько я легло? Я, да нет, я одного нокнул, там трое еще прилетело. Ну ладно. Погнали теперь, ребятки. Все, кто сейчас играл, спасибо за игру. Давайте еще в следующий раз играем. Давайте следующие 3 человека. Кто хочет в пати? Сава вернулся. Ребят, выйдите сами, да, чтобы я вас не кикал, хорошо? Вовчик, получается, Егор и вопросики, да, у нас. Как тебя зовут? Вау. Я сейчас... До свидания. Да, давай, пока. Спасибо за игру. И тебе спасибо большое. А если я играл, можно ли мне еще раз поиграть? Давай в следующий раз. Сейчас много очень у нас ребят новеньких. Кобрич написал, да, что видосик пофиксили. Я уже читал. Кобрич, привет, кстати. Ребят, кто у нас еще есть желающий? Один, зона. Зона у нас играет на каждом стриме, по-моему. Ну, по крайней мере, часто. Поэтому давай подожди секундочку, хорошо? Только что играл. Опять кидает присоединение в группу. У меня память не настолько плохая. Да ладно, Ерусик. А ну, давай посмотрим. Появилась в сети девочка, с которой мы играли давненько уже. Не знаю, возьмет она сейчас пати или не возьмет. Она тоже стримит, типа, на Ютубе, по-моему, если не ошибаюсь. Но она не хочет, судя по всему. У нее уже там пати. Скорее всего, она тоже сейчас стрим делает. Ладно, ребят, кто хочет еще? Следующий кидайте, пожалуйста. Кто сейчас хочет поиграть с нами в этой каточке? И только ППшками, напоминаю, мы постоянно забываем этот маленький нюанс. Есть же уже задание одно, да? Давайте же его все-таки как-то выполнять. Сава покинул. Ну ладно, Сава что-то не хочет сегодня играть или что-то в этом духе. Рэмбо просился. Давай. А, да ё-моё, опять нажал не туда.
Здоров, Ахмед. Я на стриме сейчас. Ты свободен, играешь или ты занят? Да, Ты смотри, какой хитрюга, а? Только что играл, опять добавляется в пати. Не надо, пожалуйста, так делать, ребят. Если вы будете так делать, у нас будет постоянно всплывающее окно, которое будет всех бесить. Пожалуйста, вопросики, воу, не присоединяйся к пати. Ты только что играл. Я тебе лично, тебе говорю об этом сейчас. Альберт. Свободен, да? Окей. Циркль, пожалуйста, мы с тобой поиграли же уже сегодня. Да? Ахмед, ой, Альберт, мы с тобой играли сегодня уже. Альберт. Ахмед, кинь мне эту коронку, пожалуйста. Я к тебе случайно в пати добавился. Альберт, давай, пожалуйста, поиграем в следующий раз. Ты уже играл сегодня на стриме. Есть еще много ребят, которые не играли, поэтому, пожалуйста, давайте. Просто тебя не слышно практически. Может, как-то микрофон ближе? Давай вопрос в чатике напишешь. Я не слышу тебя. Я тебя не слышу, чувак. Я прошу тебя написать вопросик в чатике. Альберт, пожалуйста, хорошо? Давай возьму сейчас следующего, мы идем играть. Кто у нас, ребят, следующий? Кидайте инвайт или... В смысле, запрос или зона. Ну хорошо, давай зона. Так и быть. Вот у нас пати готова. Сейчас мы играем исключительно ППшками, ребят. Из огнестрельного оружия только ПП. Все остальное неизменно. Постараемся что-нибудь с этим сделать. Пока что у нас совсем все плохо идет. Мы ни одной королевской победы не взяли. Вы вообще верите в это? Мощный, мощный привет, да. Пока пати полная. Ахмед, нажми, готово. Можно, ребят, сразу всем отвечаю. Со мной можно играть в любое время. Но если вы мне кинули приглашение, там, допустим, или запрос приглашения в группу, и я его не принял, значит, по той или иной причине я сейчас не могу играть. Даже если я в игре, я могу что-то тестировать. Я могу играть с кем-то на запись, например, да, там, с определенными людьми, которых я собираю сам пати. Я могу записывать карту на фарм опыта. Я могу просто соло играть и не хотеть ни с кем в этот момент играть. Такое бывает. Поэтому, пожалуйста, не спамьте меня запросами добавления в группу. Как только у меня появляется возможность, я смотрю, кто меня приглашал, и добавляюсь в группу или принимаю запрос. Все. Ребятки, и еще одна большая просьба. Пожалуйста, не уходите с трансляции, даже когда вы приходите в пати ко мне, и мы начинаем играть. Оставайтесь, пожалуйста, в трансляции, в онлайне. Пусть телефончик там или на чем вы смотрите на компьютере, да, окно просто без звука будет дальше идти, чтобы был как бы и просмотр, да, вы же по сути на трансляции, поэтому, пожалуйста, не выключайте. Это очень поможет видео набрать обороты и большие просмотры. В основном, да, через телефон смотрят люди, поэтому я не думаю, что проблема есть в том, чтобы оставаться в эфире. Просто звук потушили и все. А мне от этого очень будет полезно и хорошо, потому что трансляция будет больше набирать просмотров, больше будет интересно зрителям и будет канал быстрее развиваться. Мощный, здоров, да, и видел твой запрос на присоединение в группу. Давай следующую каточку возьму. Сейчас уже фулка, мы уже полетели. Эта катка только с ППшками, ребят. Полетели на поля. Вот у нас зона. Зона, кстати, я не понимаю, почему у меня не подписан до сих пор. Ты как тебя зовут? Степан Бакуган. Ну, понятно, что Степан зовут. А тебя как зона зовут? Не Федя ли? Зона. Мартин меня зовут. Как? Пистолеты нельзя, да? Не, только ПП. Тимофей. Тимофей, Тимоха, я запишу сейчас. Почему-то у меня не подписан твой ник каким-то образом. Так получилось. Хотя я почему-то был уверен, что я его подписывал.
Так, только ПП, да? Это же надо ее еще найти, блин. О, уже одного нокнули нашего. Ребята, уже тут есть враг, а ПП до сих пор нет. О, есть ПП. Супер. Кто-то уже полетел. Это автомат, это не ПП. Пойдем реснем, у нас Тимофея вон нокнули. Засранцы такие. Ё-моё. Ай-яй, 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 ай-яй. Нет, меня здесь нет. Нет, тебе кажется. Прикинь, поверила. Да, ё-моё, не поверила. Реснишь? А, там кто-то еще бегает. Еще кто-то бегает. А, мы со стройки играем, ё-моё. Вот это отстой. Да. А когда я не лечился? Сейчас. Так. Это, ребятки... Не очень круто. Нас тут кто-то очень сильно обижает. Только ПП. Только ПП, я вам скажу, не так уж и просто. Особенно, когда у них большой раз... Там наших ребят надо по-любому карты взять, поэтому у нас не сильно много вариантов. Гранаты, по идее, тоже нельзя, наверное. Ага, летим. Да блин, да у меня нет дробаша, ты понимаешь? Я же только с ПП. Бляха, муха. Я опять упал. Опять. Ахмед. Там их вон, как тараканов, посмотри. Не, ребятки, это очень сложно, когда 4 на 4, когда в королевскую, ну блин, это нереально играть так. С одной ППхой. Еще с киберспортами еще куда не шло играть так, а, ну, как видите, не потянули. Сложное задание оказалось. Сундер, да, можно будет потом играть, но не на стриме. Стрим для всех, и все хотят поиграть, поэтому давай будем по очереди. Сейчас очень короткая катка была, поэтому я оставляю тот же состав, и мы идем еще раз, пробуем еще раз ее вывести как-то. Ну, видишь, задание такое, только ПП. Значит, нам надо сейчас держаться вместе, не в самую гущу падать, а куда-нибудь на окраину, держаться вместе, чуть-чуть так рассредоточенно и тихонечко, чуть ли не на корточках всю пати. Всю... Ну, у меня была ППшка, и у тебя. Давайте, ребят, сейчас вернусь, быстренько, через минутку. Пока все нажмите готово, чтобы у нас загружалась игра. Нет, братан, ты опять не нажал готово. Мы тебя все ждем. Что говоришь? Так, вроде все с трансляцией пока более-менее адекватно, да, ребятки? Скажите, как потормаживать, не потормаживать? Напишите в чатике, какие есть идеи, может быть, вы хотите какой-то другой формат, и мы можем сейчас быстренько раз и переобуться, если вам будет интереснее что-то смотреть другое.
10 смотрит меня уже, пишет Сундер Циркль. Я вижу только 4. Сейчас в чате. 4 зрителя, да. К сожалению, вижу только так. Ага. Задание на следующую катку — играть только с пистолетами и дробовиком эксперт, ребят. Ну, давайте сначала попробуем с ПП заданием справиться, а потом будем принимать уже следующее, да? Но на следующую каточку уже есть вот набросочек. Ребятки, кто присоединился и не знает, кто я, меня зовут Дима, мой ник Бразер. Я периодически об этом говорю, те, кто смотрит давно и постоянно, уже, наверное, устали от этой информации. Мой канал посвящен фарму опыта. Я снимаю видео с багами, карт с багами на опыт, и их очень много на канале. Я выпускаю каждый день новые. Поэтому, ребят, подписывайтесь обязательно, очень помогает быстро прокачаться. Каждый день выходит новый видос. На трансляции мы сейчас на стриме мы играем с подписчиками, выполняем задания подписчиков, зрителей. То есть, ну, просто веселимся, фармимся, и там уже опыт как получается, так получается. То есть, стрим больше у нас для веселья, для общения. Знакомимся все, дружимся все. Поэтому, если еще нет у меня в друзьях, это эксперт, нет? Я не знаю, как эксперт. А, и турель нельзя, значит. А, подожди, мне тоже ПП-ш можно только в этой игре. Что там, ты строиться научился? Ну, потихонечку что-то получается, но ты же понимаешь, это не одного дела, не одного дня. Это довольно долгий процесс. Сейчас мне насыпят по попке. Я удрал от них. Во, по крайней мере, мне так кажется. Там много, да, народу? Пипец, у меня 19 патронов, блин. Мне страшно, ребят. У тебя ПП есть? Да, у меня 19 патронов на ней. И это такая боевая, которая разброс еще адский. Смотри, просто. Помоги ему. Просто чумовой разброс. О, я нашел еще хорошую ППХ. Сейчас мы будем... Буду жить сейчас, короче, надеюсь. Че у нас? Один... Решил покинуть наши ряды. Забирай. Попеха. Охренушки. Надо... Ой. Белый. Я не ожидал такого поворота. Не, лучше банку. Там кто-то бегает еще. Мне туда на ПП. 37 и 21. Даже нечего скинуть. Опа, 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 зона, да, возражает. Пойдем сразу соберемся все вместе. Тимоха, да, зона же это Тимоха у нас. Подожди, зона. А, зона, все правильно. Мы вторую шкатку подряд играем, потому что в первую мы очень быстро легли. Главное мне не забыть тебя опять записать. А то, походу, в прошлый раз так и было. В игре узнал, как тебя зовут, и потом провтыкал. Да, да, поехали, поехали. Дальше поедем или уедем? Ну, почти, да. Я почти успел сесть. Рэмбо, Рэмбо, возьмите. Ребят.
Давай, поехали в безопасную зону. Пока мы едем, я отвечу на комментарии. Да, Сундер, только после стрима сможешь поиграть. А, уже все. Мои патроны! Не мои. У меня, если что, патронов прям вообще совсем нема, ребят. Давай я тебе скину. Тут нельзя ничего брать. Прям голячок. У меня 17 и 16. Угу, спасибо. Паки. Нельзя дробаш, ребят. Мы играем только ппхами. Вы забыли, да, задание на каточку на эту? О, нифига, они с другой стороны стреляют. Проще, да. С нашими пп сейчас вообще бессмысленно. Пустая трата будет патронов и времени. Че, опять наши злосчастные поля помешательства, да? Так, а ну, Степа и Тимофей, подойдите сюда. Давайте соберемся вместе. Стойте. А, тут есть сундук рабочий. А, все уже. Тихо. Ой-ой-ой. Да блин. Короче, ребятки, я походу валю отсюда, потому что я сейчас... Не вывезу. Да, ребят, это очень сложное задание. Реально очень. Прям сложнее, наверное, я не видел задание. Только с ппхой это прям жесть. Я вам хочу сказать. Вон, они отмечают автоматы такие, типа, смотри, зеленый. Нет, зеленый я не буду брать, это нубовский. А мы, блин, с ппшками бегаем. Они еще бегают там. Давай я так сейчас на корточках. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Может, никто не заметит. Все равно я один. Карифанчиков своих бросать я точно не буду. Короче, понятно. А можно смухлевать и поставить хотя бы турельку, ребят? Ну, можно, а? Импульску возьми и сломай его постройки. А, ее ж можно брать, ё-моё. Можешь уезжать. Я натупил. Он летит тоже за мной, да? За тобой вылетел. Да. Прям в зону беги. Тебе импульсы надо было забрать. Вон, вижу его. А, вон, двое. Блин, серьезно? Ай-яй, я даже не попадаю. Убил, давай. Да, блин, патроны дурацкие. Давай. Есть. Отлично. Давайте, я заслужил коронку. Давай, зону. Напряженненько. Если он упал, рассыпался, значит, получается, мы всю бригаду размотали. Да.
Так, теперь тут главное не лечь сейчас быстренько мне. Так, там... Давай сюда лучше пойду. Потому что там у нас этот контейнер. Да, я буду строиться 20 минут, блин, сейчас. Вокруг меня. Ребятки, напряжение растет. Блин, рядом все. Бляха-муха. Как же я долго это все делаю? Это просто ужас какой-то. Да вроде сейчас сразу просто туда летите по линии, по вот этой вот и все. Да, а я сейчас на пушке-телепортушке прилечу. Тоже в ту сторону. Сейчас... А, понятно. Блин, хотел разбомбить домик, чтобы лут вам добыть. Ребят, тут можно баки, эти бочки использовать. Вон, вижу, типа, одного, второго, нифига они вон там бегают. Но мы сейчас не потянем их, потому что мы не все с оружкой, да? Или будем пробовать? Пистолет. Ну, ПП давай дам. У кого нет? Так, тут два типа прям передо мной. Они в твою сторону. Вон, чуть ниже. Вот тут два типа. Вот здесь. И тут еще два типа. Но, давайте, короче, сейчас целенаправленно в зону, ребят, пройдем. В безопасную сразу. Потому что мы особо без хила и без оружия. Блин, с одними ППшками, это, конечно, вообще ужас кошмарный. Прям грустно-грустно. Давайте, да, ломайте, хильтесь, а я сейчас посмотрю, пока... Вон там типочки, вон они. Со всех сторон реально, блин. Вот куда эти? Вон, ребят, бегут типы. Уже в зоне. Кто кого стреляет? Кого ты стреляешь, блин? Ага, со снайпы сейчас меня. Ребят, там, короче, жопа. Ну они, короче, поняли, что мы лошары, что у нас с оружием фигня полная. Разочек сейчас. Что за ка? У меня есть карась. У тебя карась есть? Да. Ничего ты какой крутой. У меня уже 31 ранг. Ты не можешь, у тебя 0 патронов, пап. Ё-моё, у меня 0 патронов, ребят. 18. Возьмите, ребят, тех двоих на себя сейчас, пока я резаю Стёпу. Там вот за построечками. Или вы не хотите сейчас с ним сражаться, или чё? Тут такое дело. Короче, погнали. Без патронов
как-то совсем не прикольно. Сложно, ребят, вышла катка с одними ппшками, она какая-то, мало того, что сложная, она очень неинтересная получается, потому что мы бегаем от противника вместо того, чтобы сражаться с ними, не попасть ни в кого не можем сдалека, вон бегут два типа, я просто понимаю, что мне надо, блин, делать вот так, бежать в обратную сторону, потому что я с ними с нулем патронов, блин, на пп сейчас, на синюю, да, и вот там у меня 18 на зеленую ппшку боевую, ну это вообще дно. Очень непростое задание вы дали нам, но ничего, мы сейчас быстренько эту каточку все-таки дойдем до конца. Осталось всего 18. А, нифига, нормально, со снайпы меня гасанули. Ой-ой-ой. Ой, безобразие какое. Давай застройте, дай урыски. Я вот сейчас за стеночку зайду. Там со снайпы кто-то стреляет. Ребята, вы включите хотя бы камень или металл, а то деревом застраиваться. Я его... Стену держи, да. Двое поднимают, один должен стену держать. Должен. Конечно, шансов поднять очень мало. О, 32 патрона пойдет. И вот это сейчас шляпу тоже поменяю. А-а-а! Ну конечно, вы, блин, с дробовиками, что? Еще и добивает, падла такая. Да, это была вообще очень скучная игра, ребят. Мне совсем не понравилось с одной ппшкой сражаться. Это очень неравные условия. Но ничего. Поэтому, наверное, все и разбежались. Федя, привет, можно с нами, да. Владос, привет. Сможешь с Ютуба, не понял. Привет, подписку, сможешь с Ютуба подписаться. Очень надо. Давай, Владос, без спама. Давай договоримся, пожалуйста. Вот это вот 6 сообщений подряд, это называется спам. Давай без этого. Я не подписываюсь своим аккаунтом рабочим ни на кого, потому что этот аккаунт у меня предназначен для определенных целей. Я подписываюсь только для, на того, кто мне нужен для тех или иных моих достижений цели. То есть, где настройки там программы какой-то, да, или что-нибудь в этом духе. Поэтому без обид. Мне потом будет сложно искать нужные подписки, если я буду на всех подряд подписываться. Вот. Если очень нужно подписки, можно делать контент, который будет интересен, и люди будут хотеть сами подписаться. Так работает тоже. Иногда. А как так вышло, что мы еще все держимся? У нас вон Рэмбо мочит всех. За мной наблюдай, и все, за... Так я за тобой наблюдаю. И даже менять свой выбор не хочу, понял? Ай-яй. Посмотри, как я. Они сейчас еще резнутся. Да и разнеси их по стройке просто этой пухой, когда внутри. Да это пухолка не убивает. Плитка, да, можно. Кидай мне добавление в друзья. Я не знаю, какой у тебя ник. Или напиши, какой ник, если уже есть в друзьях. И я приму твой запрос, когда будем следующую пати собирать. Обязательно.
Да, смотрите, ребят, у меня сейчас в пати 3 человека, да? Плюс еще вон плитка пишет на трансляции. И всего 3 зрителя. То есть, получается, те, кто играет, однозначно не смотрят трансляцию. По крайней мере, кто-то из вас. Это огорчает очень. Мне же очень нужна ваша поддержка. Вы же понимаете, что это все делаю я на добровольных началах. Никаких денег мне никто за это не платит. И если вы не будете поддерживать меня, то мне будет очень сложно развиваться, чтобы потом действительно начать какое-то вознаграждение получать, и чтобы мотивировать дальше себя для создания контента, который вам полезен и нужен, да? Для проведения трансляций и тому подобное и так далее. Поэтому, пожалуйста, старайтесь не уходить с трансляции и старайтесь проявлять какую-то активность в чатике, да, и будет мне тогда от этого счастье и радость. Ты не... А, два... А где Степа? Степа где-то вообще в другом месте, да, Степ? Степ, иди в зону безопасную. Да-да-да, он же летит на чем-то к тебе. Очень быстро или едет, или летит, не знаю. Патронов нету, Степа, помоги, да. Услышишь, да, вообще? Да вроде да, я не знаю. Степ, ты слышишь? У тебя вроде микрофон есть, ты просто молчишь и непонятно, слышишь ты, не слышишь. Рэмбо патроны нужны очень. А, так все, получается, в принципе, сейчас у нас этой каточки надежда только вот на Рэмбо и на Степана Бакугана, потому что реснуть они уже не смогут, ни меня, ни Зона, ни Тимофея, получается. Смотрим, наблюдаем. Пока смотрим, наблюдаем. А, ну вот, меня смотрит Плитка и Артем. Все, два зрителя. Прекрасно. Давайте раз... Такая у нас получается история с просмотрами, если никто не хочет, да, меня смотреть, нет времени, да, или настроения. Привет, Артисера, привет, 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 ты новенькая или новенький? Супер круто, что-то у нас сейчас совсем просел стрим, у нас было задание сейчас играть с ПП, только с ПП, и это было очень сложно и очень нудно, поэтому все разбежались. Вот, вообще... Меня зовут Дима, мой ник не тот, который ты видишь на экране. Я давно мертв. Меня зовут Brother2S. Мой канал посвящен фарму опыта. Наверняка уже видел или видела. Напиши, ты новенький, да, парень, да? Значит, ты видел наверняка, что на канале у нас контент по фарму опыта. Я его каждый день выпускаю новую карту, новые видео с карты по фарму опыта. И сейчас мы играем с подписчиками, выполняя их задания. То есть сейчас ребята, вот Зона, Степан Бакуган и Рэмбо, это ребята, которые смотрели стрим, но почему-то как попали в пати, его выключили, учитывая то количество зрителей, которое сейчас было. Вот. Так делать не нужно. Старайтесь так не делать. Во, это прям сейчас интересно. Нас двое, их трое. И... По сути, последние вот секунды матча идут. Нет ни дробовиков, нет ни автоматов, ни гранат, только сраная ППшка. Все. И как-то надо выиграть. Вся надежда у нас на Рэмбо. Рэмбо зовут у нас Ахмед. Ахмед старается, очень старается. И у него неплохо получается, я вам хочу сказать. Но он перелетел на гранате чуть-чуть и попали в топ-2. Ну, знаете, с одной ПП это очень хороший результат. Ребятки, все. Спасибо большое тем, кто сейчас был в пати за игру. Давайте наберем следующее пати на следующую игру. В ТикТоке, да, в ТикТоке, наверное, мы виделись, наверное, заходил или... Так, пропустить. Я даже уровень апнуть смог в этой каточке. Все, Ахмед, спасибо. Степан, спасибо. Выходите, пожалуйста, из пати. Сейчас буду принимать тех, кто будет кидать. Дебилочкок. Ой, какой интересный. Я помню, мы уже играли на прошлом стриме, по-моему. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Я Плитка. Тимур, давай я тебя подпишу, а то мне не очень... Сейчас, секунду. Звук потуши, пожалуйста. Я себя слышу.
трансляции. На трансляции или там, да. Не выключай только трансляцию, оставь ее. Просто потуши. Так, Тимур, да? Тимур, да? Да. Сейчас. Сейчас все выключаю, не только. Тимур, Сава наконец-то собрался поиграть. Собрался поиграть. А как выключить звук здесь? А ты на телефоне или на чем? На телефоне или на чем? Я на ноутбуке играю. А смотришь трансляцию на чем? Смотришь трансляцию на чем? На компьютере. На компьютере. Просто там на самой трансляции есть микрофончик, нажми на него, и он... Звук отключится. Нет, я говорю на этом. Нет, в Fortnite тебе не надо звук трогать, тебе надо выключить на трансляции. Подожди, ты с колонками что ли играешь? Нет. Ну а почему я себя слышу? Ты в наушниках? Нет. Без наушников. То есть на ноутбуке звук на ноутбуке, правильно? Заходи. Так, давай. Блин, как мне сделать? Выключи микрофон просто, пожалуйста, свой. Давай, я тебя отключил, в принципе, можешь не выключать. Так, Сава, ты все-таки решил поиграть с нами? Или ты просто так зашел посмотреть и опять выйти? Мне очень интересно. Сложный ник. Да, привет. Такой вот ник. Напиши, пожалуйста, как тебя зовут. И может, если тебе не сложно, поменяй ник, потому что это очень сложно проговаривать. Артисера, ты зайдешь с другом. Давай, пока ты заходишь, я возьму Визарда в пати. Мы сейчас вот с Тимуром, с Савой и с Визардом топ киберспортсменами пробежимся сейчас. Покажем класс без каких-либо ограничений, потому что что-то совсем прошлое тухлое получилось каточка из этих ппшек. Давайте, ребятки, короночку возьмем сейчас и потом постараемся ее удержать. Егор пытается присоединиться к группе. По-моему, Егор уже играл сегодня. У него уже 4 человека в пати, как-то так вышло. Егор, у нас уже фулочка. Все, не можем сейчас пока взять никого. Давайте, готово, нажмем. Тимур, нажми, тоже готово. Здорово, Тимур. Ой, это Артем. Ты это приболел, да? Голос у тебя повысился. Походу молока перепил, да? Да, молока перепил. Ребятки, не успел показать. Вас же не было, по-моему, да, когда мне подарочек прилетел? Савы как точно не было. Я был на стриме, тебе подарили это, эмоции, да. Баксов покулили. Такое, короче, клевое, смотрите. Тут-тут-тут-тут. Блин, не видно, да? Жалко, в лобби потом покажу. Очень классная штука. Чё, возьмем коронку? Сав, возьмем коронку? У Савы уже есть. А ну сними корону. Отдай корону. Отдай корону. Ребят, у меня в этом сезоне вообще все плохо. Посмотрите. У меня две было. Одна. Одна корона. Давай, раз, всё. Два. Три. Бля, откуда третья? Попить чайку, пока мы грузимся. Ребят, спасибо всем, кто смотрит. Всем приветики. Меня зовут Дима, мой ник Бразер. Вот слева на экране, самый верхний, это мой ник. Спасибо, что залетели ко мне на канал. Подписывайтесь обязательно. Поставьте лайк трансляции, если вам не сложно. Мне будет очень приятно. Куда летим? Так, тебя зовут Тимур. Ставь метку, Тимур. Летим на фиолетовую меточку. Добавляю, друзья. А, Сава уже поставил, уже улетел, судя по всему, да? Вы уже почти приземлились. Ну, вы такие, блин, классные, ребят. Все, ребят, летим на желтый уже. Я не увидел, я же разговариваю. Не-не, дружок, мы летим на синюю, вот туда вот, на желтую, фиолетовую. Еще бы показала вот туда, куда-нибудь. Уже туда, надо было чуть... Мне раньше спросить, тебе чуть быстрее отреагировать. Потому что Сава, он шустрый. Он у нас не говорящий, но постоянно бежит вперед паровоза. За ним еще попробую гонить. Меня это очень сильно иногда раздражает, а иногда очень сильно нравится. У меня нормально вроде.
Там у кого-то звук удваивается. Может быть, но у меня, говорю, нормально вроде в наушниках. Я не слышу сейчас дублирование. Как на минимум сделай. Я не слышу, говорю. Ты не слышишь? Я слышу, как двоится. Я не слышу, как двоится. А. Почему мне может... так двоится? Так, у нас же что, пистолеты и дробовик? Нет, у нас сейчас все. Давай по веселую каточку сделаем, потому что с этой ПП мы прошлую катку прям очень сильно просели. И в моменте было два зрителя, потому что ну, я бы сам не стал смотреть, если честно. Очень было скучно и очень было неинтересно с этими ППХами. Все нас бьют всем, чем только могут, а мы такие... ППшечка, прикинь, сдалека. Пытаемся что-то там кого-то... Легендарный дробовик эксперт. Вкусно. Так бери, чё. Какие проблемки? Ага, фигушки не ставят. Ну ладно. Ой, твою налево. Дай хилку. Сам взорвал. Сам поранил. Пока. На, недолет. Жесткий недолет. Бульк? Чё там? Чё? Где? Это клыка вы там, да, кидаете? Не клыкнул. О, привет! Макс зашел кофеек, пишет, что через час будет играть. Супер, классно. Но, блин, мне еще сегодня надо записать видосик на завтра. Но я думаю, что мы в любом случае сыграем, Макс. Опа, рыба щит, халява. У тебя там миник был? Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Миник. Еще рыба щит. Сюда. Нормуль. Я бы себе тоже в инвентарь бы взял бы щитов. Еще рыба. У меня один есть. Его тягаю с собой. Вот сейчас придется его променять. Не, вот так вот лучше тогда. 50 левел у меня. Я тебя поздравляю. На БПшника прошел. У меня 42. Я не играл сейчас. 3 дня просто ада было. Конечно. Компьютер дает намек, что пора типа его менять. Мои патроны ты еще забираешь. Ну ты вообще. Так, что это ты здесь. Ребяточки, там, кстати, на трансляции есть ссылочки. Если кто-то желает поддержать меня, мое творчество и помочь мне насобирать на компьютер, можете задонатить, поддержать, помочь мне. Можете отправить мемасики. Мемы можно отправлять первый раз бесплатно. Я даю приветственный бонус там в этом сервисе 5 лам. Берете, регистрируетесь, получаете 5 лам, отправляете мемасик абсолютно бесплатно. А потом уже при желании можете... Да ну зачем ты это делаешь? Ну, жулика. Там он меня это... Дразнит. Стреляет кто-то по мне. Стебет меня. А я ж сразу на очко высаживаюсь, понял? Давайте, сегодня ни одного мемасика не прислали. Поэтому, думаю, было бы очень круто, если бы кто-то сейчас... Зашел, зарегистрировался там и отправил мем. Будет чуть веселее. Я понял тебя. Сейчас Тёма разрядит обстановочку, оживит немножко трансляцию. Сейчас посидите секундочку, сейчас дайте мне зарегистрировать аккаунт новый. Артём регистрирует каждый раз новый аккаунт, чтобы не донатить мне, потому что он жадина-говядина. Да, у меня нет, а на самом деле просто у него нет карты банковской. Ну, на самом деле, да. Давай, да. Тём, мы прям остановили всю трансляцию ради того, чтобы... Егорик, привет! Привет снова. Чтобы ты всё отправил мемасик. Всё. Правда, знаешь... Так...
так, все. Не ломай мою стеночку. О, слушай, а походу мне нужно это преодолеть расстояние, скользя по рельсе или лиане. Судя по всему, у меня вон Сава сейчас помогает мне. Вы вообще видели, где Сава? Я не видел. Можем побежать пока в зону. Блин, у меня тарана нет. О, 16 четко. Кто там? Нет, но походу килл не мой. Походу мне его забрали килл. Мне нужно, чтобы зона была добраться. Так, вроде готово. Ну, где же там мем? Где же мемасики? Летите быстрее на трансляцию. Это очень все просто. Для этого вообще практически ничего делать не надо, ребят. Не, ну создавать Google аккаунт достаточно долго. Ну, если его нет. А если он есть? Да. Ну, я уже со всех аккаунтов тебе закидывала. Я понимаю. Так, заходим сюда. Сразу ставим на паузочку. Пец! Еще и в зону надо бежать. Ребят, кому бомбы? А, 150 метров. Ладно. Истинка, заходим. Где мистер Бист? Мистер Бист заходил, почему он не задонатил? Мистер Бист, возвращайся. Где ты, корефантик? Ты мне нужен сейчас очень. Реально, я сейчас уже заказал малым. О! Получил приветственный бонус кто-то. И отправил мимасик. Чел хорош. Чел хорош. Мамасик, прикольно. Спасибо тебе, Артём. Вся это надежда на тебя. Понимаешь? Что я без тебя бы делал? Если б не я. Ну, вот именно. Да. Что бы я делал? Кто тебе подарки дарил? Да, мне Тёма подарочек подарил. Да, слушай, так приятно вообще, реально, очень, ребят, спасибо большое тем, кто дарит подарочки. Это действительно очень круто. Кирку за 500 и эмоцию за 200. Вообще красавчик, там, видите какой? Гоблина. Какой добрый мальчик. Ага, мне не жалко. Ну чё, мне на халяву 2к вообще прилетело. Еще в сентябре 3. Ещё да, Артёму подарили просто отряд Fortnite. Он один день зашел такой в игру, а там отряд. Опа. И он мне поделился со мной своей радостью. Подарил мне кирку вот эту вот, которая сердечки отжигает. Сава в кого-то там стреляет? Я даже не вижу в кого. Сав. А, вон вижу. 5 киллов. И у меня 0. У меня 1. Да нет, не потому. Потому что все киллы Савины, а он где-то очень далеко всегда впереди. Дал 25. Вон еще один бежит. Еще 26 другому дал. Ура, первый килл мой. Второй килл. Сразу залетает. Есть один.
Один есть, еще там один прыгал. Вон. Еще один килл. Сюда. Просто папочка. Так, корона. Ага, хрен там. Еще один есть. Отлично. Ой, какая интересная штука. У меня такого не было еще. Я видел его много раз, а еще ни разу не было. Посмотри, какие заряженные типочки были вообще. Еще. Офигеть. А, у них это последний был. Карточка, что ли? Азона. Вот. Какая-то карта. Синяя? Тут, если что, ребят, есть этот... то же самое. Короночка лежит. Корона? Блин. Их тут две лежит. На мне, прям вот где я. Блин, да ты чё, смеешься, не в зоне. Надо было с вами идти, а не в зону. Это все из-за мемасика. Пока отправлял мемасик. Опа, потух. Вон она, стой. Стой. В смысле, где я, корона? Она что, исчезла? Прям при мне. Что, в зону пошел за короной? Да! Ну ты демон, нужна. Просто капец. Я сказала, она не нужна. Так, ну тут зато лут есть неплохой. Давай попробуем Артисера. Блин, очень сложно проговариваться. Ники некоторые, ребята. Извините, если я допускаю ошибку. Это не со зла. Если что. Вот. Офигеть. Вот это пулемет. Где они его берут? Вот мне интересно, я... Какой пулемет? Просто в шоке. Мифический? Такой с, блин, катушкой. С барабаном круглым. Подожди. Золотой. Да. А, так это они ограбление сделали, это ППШ Медаса. Да? Почему я его там не видел? А там оно только в одном хранилище. Там я, наверное, там не делал. Я, видимо, в том не был, где это делается. Еще не дошел, значит. Надо еще проверить, получается, ребятки, эту инфу. Бля, у меня счета нет. Если цвету увидите где-то, только скажите, я не помню, хорошо? Какое это. Лянь, по мне аж в спину палят. Только из зоны пришел. А, так на мне босс. Не понял. А, вот. Тьфу. Ну, я пошел хранилище открывать. Хоть оно и в зоне. А я пойду сейчас бить всех. Твою налево! С этой вот классной штуки. Блин, ну капец! Упал и поранился. Что? Я приземлился на этом таране, просто лайт, ну, такой, знаешь, мягкая посадка. Лайтово так вообще. Возьму, наверное, на всякий случай вот эту вот штуку, потому что... Пап, вот эта вот очень классная. Она офигенная. Хотя, блин, нет, возьму все-таки вот так. Пап, вот эта вот очень хорошая пуха. Она очень хорошая. Я еще успел хранилище залутать. Теперь вы далеко. Ну ладно. Где там? В каком направлении хоть? Правильно, да? Полетел к вам. Кому-то. Ну конечно, блин. Врезался в фигню эту. Вы на острове, да? Не, я к вам только бегу. Сава на острове. Ну конечно, давай.
нам прибежит. Да вы флаг захватили. Зачем? Оставьте дробовик. А, нет, мне не нужен. Блин. У меня слюрпик не нужен. Да, прицел здесь, конечно, отстой. Но она прикольная, мне нравится. Куда летим, ребят? У меня, кстати, твой стрим на... у меня на телеке работает. Прикольно. Да я, получается, совсем звезда, что ли, получается? Да. На телевизоре, на весь экран, небось? Он... это самый большой телек в нашем доме. Я с него смотрю. Сколько там у него? Дюймов. Да я чё знаю. Ну, больше, чем мой рост. Ой-ой-ой. Я случайно купил. Я купил случайно. Тут еще был дробовик. Кому надо? Автомат легендарный. А, видимо, никому. Ага, это еще. Прыгай вниз. Падай, точнее, вниз. Блин. Кто там меня? Там типы снайпят. Там три типа меня снайпят. Помогите, там три типа снайпят. А ты где? О, найс. Да блин. Один без щита, вон там, вон там. Вон там просто три типа снайпят. Сава к ним полетел, да ты... Что ты делаешь? Собираем обратно. У них корона, они резают, типа. Сава, снизу. Убил. Вон, кто-то упал снизу, там. Типа, убил. Хорош. Туда, по-моему, улетел. Папа. Вот здесь. Почему мы туда полетели? Фух, ребятки, это было напряженно. Подожди. Где все остальные? А кого-то убили? А, нашего тиммейта убили. Так, давай его реснем пойдем. Там есть реселка еще. Подожди. Нет, на зоне. О, нет. Да! Сюда просто залетел. Нормуль, ребятки, молодцы. Красава. У Савы это вторая победа, коронная. Спасибо за игру, реально было очень круто. Там у нас кто-то из зрителей RTSierra хочет зайти и еще взять с собой двух людей. Давайте позволим сделать. Ой, какая прикольная штука. Я получил зеленую ламу на спину. Но у меня вот, видишь, сейчас 43 уровень. Я из-за того, что не играл эти 3 дня практически, не успел качнуться. Так. А, нет, пишет, что один он. Видимо, не получается пригласить двоих друзей. Тимурчик, спасибо большое за игру. Тогда ливай спать. Сейчас вот возьму Артисера еще. Мы поиграем в следующую карточку с ним. Давай, Тимур, до встречи. Поиграем еще в следующий раз, хорошо? Я тебя замьютил, поэтому я не слышу. Если ты что-то отвечаешь... Ну, он ливнул. Все. Ставим королевскую. И погнали веселиться. Я захотел похвастаться. Подожди. Давай, похвастайся. Что это за милота такая? Блин, я тоже поменяю скин. А что это, типа... Это СБПшника. А что мне поменять? О, к нам киньте, как у меня скин есть. Даже нечего поменять, ребят. Давайте посмотрю, ну, может, да. Что-то возьму купить. Могу. Сейчас я вон... возьму... Сейчас вы будете удивлены. Я вижу, что на телеке происходит. А, чепушилка. Давай. Так я не вижу, я сейчас в боевом. Я сейчас забираю наградки, и мы пойдем в каточку, ребят. Потерпите чуть-чуть. А, кто к нам присоединился? Артисиера. Напиши, как тебе... Или скажи, напиши, как тебя зовут. Я не знаю, есть у тебя микрофон, нет? Да, не есть вижу. Микрофон. Есть? Как зовут тебя? Эмиль.
Эмиль. Ой, какое прикольное имя. Я знаю Эмиля одного, который на гитаре очень хорошо играет и поет прикольно. И на бая... и на баяне очень хорошо играет. Такого Эмиля знаю. Ну, не лично, а просто так... имя редкое. Давай, мы тебе сейчас ник добавим, чтобы я знал. Эмиль. Очень красивое имя. Ну что, Эмиль? Ставишь ты меточку. Сава ставит меточку Эмиль. Артём, меточку ставит Эмиль. Видишь, всем сказал, что вы точно. Пофиг где, на самом деле, вообще не важно. Просто такой прикольчик. Я такой жирный, что в меня будет легко попасть, мне кажется. Я даже не знаю, куда мы сейчас отправимся. Сава, это была неопределённая эмоция, я не понял, что ты говоришь. Очень неоднозначная была. Зато у меня корона самая большая, смотрите, из-за того, что я такой здоровый. Давай вот так еще. Я еще вот так умею, смотрите. Блин, не успел. Опять нас совсем стало мало. Просели все, да? Разбежались все зрители. Не любят зрители смотреть на лобби почему-то вообще совсем. Но без лобби же не получается, понимаете же. Если играть с подписчиками, то как менять пати? Вот там со звуком у кого-то двоится звук. Это у меня, наверное. Да, слушай, а задержка такая приличная получается. Дидар, привет! Можно следующую каточку с нами? Да, кидай мне добавление в друзья, если еще не кидал. Что-то я уже... Играем все угодно? Ну да, не было там никаких пока предложений, да и зрителей не так много, поэтому давайте просто пофанимся, поиграем по приколу чисто. Я, вот плитка пишет, я сейчас делаю способ для опыта, типа для опыта скину тебе. Мне уже кто-то обещал что-то скинуть, уже, я честно уже не реагирую на такие сообщения, пока не скинете. Вот скинете, вообще вопросов нет. Все, летим. А то пишите в чате все время, что-то обещает кто-то. Кто-то мне в прошлый раз обещал подарок подарить. Возьми меня в катку, я тебе подарок подарю. Ну, как бы за язык никто не тянул, да? Я не выпрашивал. Но, тем не менее, подарок так и не прилетел. После катки спросил, что-то, не, говорю, не видел твоего подарка. Говорит, а 3 дня должно пройти, мы только подружились. 3 дня прошло, и ничего. При этом вот кто-то отправил мне подарок, только сегодня, судя по всему, в друзья добавился, потому что новенький кто-то был, даже девочка, по-моему, какая-то отправила. Все получилось. Ну, в общем, разные люди, разные способы. Кто-то уже дарил, и это было очень приятно, ребят. Вот здесь, ребят, типа. Все, нокнул. Что, по мне, что ли, хотят? Алло. Ого. Ого. Нормально меня помяли, ребят, я вам хочу сказать. Тём, там внизу типуля. Сав, там вот где ты бегаешь, там внизу типуля был. Мне 24 хп оставил. Ты его, наверное, уже убил, да, Сав? Или он куда-то спрятался? Да, слышно тебя. Хотел сказать, к сожалению, да. Но это не так. Да, у меня есть такое, я пранковать люблю. Тут не поспоришь. Я говорила, и ты, по-моему, не слышал меня. Да, ты что-то говорила, я тебя не слышал. Ты говорил там, типа, что ты здоровый, ой, тебя помяли хорошо. Я говорю, ну конечно, я здоровый. Твою мать, вы что там делаете? А, ну конечно, все патроны сожрали. Спасибо. У меня счета нет.
А, это нам кинули. А как она здесь оказалась? Че он кинул? Короче, нокнул, надо добить. Вон прыгает, вот здесь, ребят. Где? Стой, я его убил. Не получится. Да, еще на меня один. Стой, да, я его убил. У меня квест. Так, мне больше нравится, ребята. Все, спасибо большое, только извини, что... Движуха сразу такая прикольная. Да, ай-яй-яй, застрял. Возьму вот это и... Типуля вон там уползает. Вон, уползает. Блин. Один. А, тут же можно строиться, ребятки. Это же королевская, да? Да блин, серьезно? То он какой-то борзый. А, вот я зацепился. Я ждал, пока он отрядащит свою стеночку. Я даже не пытался ничего сделать. А. Ура. А где щит? Я там где-то... А, вон, шелдик, я жду. Там кто-то летит на тране. А, это Сава. Твою дивизию. Не зацепился. Твою ресает кто? Кто ресает? Меня ресует. А, все, блин. Да ё-моё! Что-то у меня не цепляется. У меня или пробел начал залипать, или что? У меня не цепляется, когда я нажимаю зацепиться. Новая клава вообще просто. Смотри, короче, если б не я, сейчас бы не дорезали тебя. Вот я пришел и резнул. Ага, сама бы соло зарезала. Да не, ты что? Мне нужен щит, ребят, если вдруг есть. Где? Нету. Здесь же хранилище убрали, да, на этой луке? Нет, там двери открыты, но некоторые сундуки есть. А, всё, понял. О, зацепился. Так. Давайте, ну, может, это... поднимем тогда этот флаг, что ли? Немножко. Подняли уже? Его уже подняли. Еще в начале. Прикольно. Щита так и нет, да? Пойду искать щит. У меня есть миники. Миники уже что-то. Иду. А чё у тебя такой ник? Что он означает? Да ничего. Просто... Ну ещё в КС придумал. А, просто по приколу, да? Как он произносится правильно? Артисьера. Артисьера, понял. Ну я такой иностранец, понял, что... выговорить не смог. О, со второго раза только зацепляется. Ну почему так? Надо типа, ты можешь сделать так, чтобы когда ты удерживаешь пробел, когда он мог забираться. Либо кликом, как у меня. Ну, так типа, я просто нажал на пробел, он должен цепляться. А ты просто зажми его, попробуй. Попробую. Он автоматически зацепится за тебя. Так, какая-то вышка появилась. А, да. Блин. У Савы. У Савы все разносит. Да, как обычно. 11 килов в тиме, у меня только 2. 2. Ну, у меня 3. Как бы не сильно больше. Нифига себе, ты первый раз больше килов, чем я сделал. Да, ну не рассказывай первый раз. А, какой? Ну, точно не первый. Нет, если ты имеешь в виду всю катку, то тут сложно сказать, да. А если ты имеешь в виду просто в моменте времени, то бывало по-разному. Не, ну вы вообще определенно... Сав, для тебя сагрил. Ой, это что тут легендарное у них?
Опа, это что у нас тут? Хоть. Спасибо. Ребяточки, привет тем, кто присоединился, кто только первый раз, и тем, кто уже смотрел, кто уже приходил, кто уже подписался. Меня зовут Дима. Тимур, привет. Ваня, привет. Да, сейчас был на дне рождения друга. Сейчас, Вань, скоро поиграем с тобой тоже. Неонис, привет. Еще раз, наверное, вряд ли получится, потому что мы сейчас в катке, и уже на следующую катку соберу ребят. Тоже новеньких, кто еще не играл. Давайте так, если не будет тех, кто будет желать сыграть, кто новенький, буду брать тех, кто уже играл до этого. Ребят, я сейчас слышу опять себя, у меня дублируется опять звук. У кого-то либо звук на трансляции включен. А, все, прекратилось это безобразие. Вот. Инфа для новеньких. У меня на канале видосики по фарму опыта. Заходите, смотрите, пользуйтесь. Очень удобные для прокачки. Очень классно, можно быстро прокачаться. Полезная штука. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Рекомендуйте друзьям, отправляйте кому-нибудь из знакомых, чтобы нас становилось больше. Потому что когда будет 1000 подписчиков, я разыграю 1000 бэбаксов. И потом буду регулярно устраивать розыгрыши. Каких-то скинов, каких-то, может быть, там аксессуаров, эмоций, чего-нибудь. То есть я хочу это делать часто. По крайней мере, у меня такое есть желание. Там будем смотреть, как будет развиваться канал, будет ли в этом смысл. Будет ли от этого всего отдача. Не забывайте комментить видосики, которые вы смотрите. Хотя бы просто напишите, сколько у вас получилось опыта, если не знаете, что еще можно написать. Это мне очень поможет. Это поднимает рейтинг видео. Они начинают набирать больше просмотров. И, естественно, привлекают дополнительную аудиторию. Вот так вот, ребят. Спасибо всем вам, что смотрите. Что остаетесь с нами. Давайте сразу накидайте, кто желает следующую каточку. Чтобы у нас не было потом долгого зависона в лобби, пока мы соберем катку. Вон там вот бежит тело. Ага, на батуте прыгает чувак. Вон, он ушел за заправку, ребят. Вон он, вижу. Идет, идет сюда, идет. Поднимись, ты его увидишь. Он без щита, без щита. Ну, сейчас сдохнет, значит, вон. А, иди сюда. Да блин! Ребят, да улетайте, он уже не доживет, мне кажется. Хотя, его, хотя... Его уже прихлопнули. Да, уже все? Так что мы что сидим, кого ждем? Макс, привет. Как дела? Напишите, ребят, как у вас дела? Чем занимаетесь? Уже те, кто учатся, скоро пойдут в школы, в университеты. Как настроение вообще? Какие ожидания у вас? Рады вы этому, не рады? Устали от лета, от жары или нет? У меня жара закончилась. Пока, по крайней мере, на несколько дней. Я неделю умирал. И сегодня проснулся, надел штаны, надел носки и понял, что
Нет худа без добра. Была жарюка 32-33 градуса, причем и дома в том числе. Ну, у меня дома было, понимаешь? Ну, у нас дома 38 было. Ах ты, зараза такая. Это что за черт тут такой сидит? Слышу, там выстрелы еще какие-то. Надо пойти разобраться. Ваня уже хочет присоединиться к группе. Давайте, будем набирать следующую пати, ребят. Ваню принял. Давайте еще три человека, кто будет играть в следующей пати. Кидайте, кто писал, спрашивал, можно ли поиграть. А, это не Ваня. Это Вова. А, Вова. Не знаю, Вов, мы с тобой знакомы, не знакомы. Да, мы играли с тобой. Подожди, сегодня. Вов, мы играли с тобой сегодня? Ну, ребят, как быть? Вот скажите, вы не отвечаете, не добавляетесь, не отвечаете. Я слышу, что у тебя есть звук, потому что я слышу, как дублируюсь я у тебя через твой звук. Дружище. Спалился. Ну, спалился однозначно, и причем не отвечает. Ну, давай так, я тебя сейчас исключу, потому что мне мешает твой звук, и потом, если будешь добавляться, то сразу готов будет ответить на вопросики. Хорошо, Вов? Давай. А сейчас очень тяжело, когда у вас включен звук, ребят. Мне прям некомфортно максимально. Надо было корону скинуть. Нет. Зато карточка упала. Да. Понимаешь, тут такое дело. Там 4 человека хотят меня убить. Я испугался, если честно, когда они начали топать. Ладно, на карточку пофиг тоже? Нет, просто корону, что скажу. Корону там осталось. Не хотел не давать это. Ха-ха! Прикинь, эта пуха не добивает до острова. На ней нельзя залететь на остров. Вот это облом. Ну да. Ну да. Такой, я знал. Да. Откуда? Она... О, Саву тоже нокнули. Да, вижу. Сейчас, короче, ляжем все, да? Ляжем все, да? Они на крыше. Что вы мне предлагаете делать? Лететь на штуке? Потому что другого вообще нет. А, не успел! И коронку просрал. Блин, обидненько немножко. Четвертый. Могли бы, если бы Сава не поперся на этот дурацкий остров, если бы Тёма не поехал на этот остров, вы вдвоем, вот, ребятки, безбашенные, реально. Безбашенные просто. Зачем вы это делаете? Блин, надо было обдумать. А-а-а! Хотел доиграть немножко, ну ладно. Здоров, Майкл Джордан, здоров, Макс Храмцов, привет, всем привет, ребят, кто присоединился недавно к нам, давайте соберем сейчас пати на следующую игру, ребята, Сава, Тёма, спасибо большое, Эмит, спасибо большое сейчас за игру вам, давайте мы с вами еще поиграем, наверное, после трансляции, сейчас возьму ребят, которые у нас на трансляции присоединились и хотят тоже поиграть. Давайте, Семен, привет, можно со мной, кидайте сначала запрос в друзья, если у вас нет у меня в друзьях, и потом, у кого звук, шум? Это у Ванечка. Нет, это не у меня. Да, да, у тебя, у тебя, у тебя, Вань. Что-нибудь надо, фонит очень сильно. Все, ребят, покиньте пока пати, мы сейчас соберем. Я понял, сейчас, подождите, у меня микрофон не тот. Давай, да, и очень громкий тоже. Вот, присоединяться хочет Митуц. Давайте. Еще два, ребят. А, нет, еще один. Ваня, Митуц, еще один, ребяточки, кто-то, кто желает. Год, Майкл, окей, я не против. Кто первый кинет, того и возьму. Давайте, Семен, я не вижу ваших ников, просто я не знаю, какие у вас ники в игре, поэтому я вас добавить не могу, ребят. Я не помню вот так все, у кого какой ник. Давайте кидайте либо приглас, либо в чате напишите, какой ник, я вас добавлю. Вова опять пытается. Давай, Вова. Да, слышно тебя. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста. Миша. Миша. Митуц, да, правильно? Да, Митус. А, Митус. Митус?
Это Z. Метуз или метуц по-немецки? Метуз. Ну окей. Миша. Окей, Миша. И Вова. Вова, понятно, что Вова, наверное. Ты решил вопрос с микрофоном, Вов? Ты слышишь меня? Ты можешь говорить? Я? Да. Да, могу. Вова, ты играл сегодня со мной? По-честному? Ну, да. Вов, тогда покидай пати, потому что я сейчас беру только тех, кто не играл. Вовчик, давай. Можно вопрос? Можно вопрос? Давай. Будет завтра стрим? Нет, завтра стрима не будет. Я делаю через день стрим. Постараюсь сделать послезавтра, если все будет более-менее в порядке с компьютером. Окей. И, но это не точно, потому что у меня на этой неделе, ближайшие вообще 2 недели, очень плотный график, очень много работы и очень будет непросто делать стримы. Давай, пока, выходи. Ребяточки, кто хотел поиграть, пишите в чате, как вас ник в игре, или кидайте приглашение, ну, запрос на добавление в группу. Жду буквально 5 секунд, ребят. А отряда что ли нету в Fortnite? Я не видел. Ага. Давай попробуем. Я вот хотел с Ерусиком поиграть, Юлей. Интересно, возьмет она сейчас, не возьмет. Опять, наверное, не возьмет. Ну, хорошо, ладно. Бывает такое у нее. Все, ребят, никто не хочет, да? Мы идем тогда в трио, или я беру снова в пати. А что структура у нас есть? Пум-пум-пум-пум-пум. Сандерс, привет. Майкл Джордан. Кто Майкл Джордан? Миш, ты Майкл Джордан? А, все. Окей, ты уже в пати. Макс Храмцов спрашивал или утверждал про стрим. Спасибо, Макс, большое. Макс написал, что верит, уверен, что в будущем я буду очень популярным, и он в меня верит. Спасибо за поддержку огромное. Вашими молитвами, как говорится, да, вашей поддержкой я, в принципе, и держусь до сих пор. Ну что, не вижу больше вариантов. Тогда мы идем втроем. А, Супер Макс, ты готов поиграть? Хочешь? Отряд Fortnite добавят 1 сентября. Что? По московскому времени. Все, я иду. Тогда мы идем трио. Тогда мы идем трио. Так как никто не кинул запрос на добавление в группу, ребяточки, так как никто из вас не проявил активность, интерес, я ставлю трио. Погнали. Ставь, Вань. Готово? В сети вы с ними играли? А, слушай, я могу же взять... Я же могу вон Саву взять еще. Я же сказал, что если не будет нас хватать кого-то, я приглашу. Или он уже играет с кем-то. Алекс хочет. Окей. Мистер Бист! Здорово! Мистер Бист, где твой донат гигантский? Скажи. Алекс, ты играл сегодня, нет? Просто Мистер Бист, где бы ни появлялся, он везде раздает бабки. Это у него стиль такой, и на этом построен его канал на YouTube. Поэтому я и спрашиваю, это нормальный вопрос. Я понимаю, что ты играл, я не спрашиваю, играл ли ты, я спрашиваю донат. Донат, где твой? А, так подожди, Мистер Бист это Алекс? Мистер Бист, это Алекс, я спрашиваю. Блин. Ну ты жулик. Ребят, я же просил, те, кто уже играл, не кидать инвайт. Я, если нет никого... Ну ладно, уже загружаемся, так загружаемся. Так уж вышло. Просто не слушайтесь, и это огорчает очень. Нарушаете правила. Я вот не взял, получается, другого парнишку, потому что он уже играл, а ты взял, залетел, и некрасиво. Так. У тебя вроде бы нарисован микрофон, как будто бы он есть, но ты почему-то молчишь, Алекс. Как так вышло? На какую локацию летим?
Ну вот которую поставишь, на такую полетим. Договорились? Давайте. Да, мне этот Джарабаси на карась не нравится. Я буду его менять на другой какой-то скин. Давайте на Мегасити, прям... может. Как скажешь, я же говорю, какого поставишь, туда полетим. Вот я удивляюсь, когда пишут, вот, Алекс, который сейчас с нами в пати, пишет в чате, что ему просто не с кем играть. Ну как так, ребят, вы ставите королевскую, нулевую, неважно, парные, трио, там, не знаю, отряды, что угодно ставите, подбор включаете, и у вас в пати сразу несколько человек. Если вы не понимаете, кроме русского языка, там никакого другого, то просто... Ищите того, кто говорит на русском. То есть они периодически попадаются в пати. Дружитесь и играете, ребят. Это же просто. Я... Видите, тут 40 трак, вот. Да, да, я не понимаю, как можно так. Не с кем играть. Если ты играешь хотя бы 3 дня в игру, то по-любому ты за 3 дня уже мог бы тебе обзавестись с друзьями, которые играют там периодически, с ними играть. Я думаю... Как-то так. Знаете, что я заметил? Нет, ты же не говорил еще. А, ну, короче, на вот этом дельтаплане рыбий жим, он летит и на нем подтягивает. Ты патроны, я пушку забрал, класс. Да блин, куда ни пойди, везде уже все занято. Нельзя, что ли стреляют, стреляют. Нельзя. Ну ладно. Капец, уже 300 подписчиков. Нокнул? Кого? У тебя? Да, у меня. Нет, у меня. У тебя. Так у меня уже больше 300. Нокнул двоих. Ну, у тебя 346. 346? Да. Хм. Ничего, будет больше. Будет и еще больше. Обязательно. Ну что? Где? Где там? Еще двое должны в пачке быть из этого. Вон там вижу. Да, вон на метке. Еще один должен быть, ребят. По-любому где-то ошивается рядышком. И сыкает сейчас. Сейчас придет, мне кажется. Ну, по-любому придет. Просто будем ли мы его ждать, вот вопрос. Может, пусть восстановятся ребята, мы их еще раз убьем потом. Капец, у меня пинг огромный. Кстати, это интересная темочка для того, чтобы набирать больше фрагов в игре. Можно просто не добивать пати, оставлять все время одного. Типа, пусть ресает. Ну да. Прикиньте. Мегасиди. Держи бигу. Так. Мне показалось, или я там что-то слышал? Можешь бигу взять. Взялась сама. Как тебя зовут? Меня зовут Дима. А, хорошо. На мне челы. Так, а ты у нас... А, уже вижу. Все. Дим, иди сюда, Дим. Сейчас, секунду. Иди ко мне. Ты Алекс, да? Нет. Я Метус. А. Блин, только выстрелил, его уже убили. Блин, ты перезарядочка. О, это вот, толстый, это толстый. Хранилище есть. Да. Берите карту. Очень мало патронов в пистолете. Вот это прям раздражает. Пистолет чумовой, классный. О, ребят, тут у нас гости.
хранилище. Вон, вон. Еще один. Nice. Не мой, да? Забрал ты у него. Хранилище вот тут. Где? Вот тут хранилище. О, пойдет. Блин. Вот чем жертвовать? Вот что делать в такой ситуации? Дим, иди к нам, у нас хранилище. Пока дробаша нет, придется ППХ оставлять. А вот это вот, это типа для тарана создано или что? Вот это вот стенка такая. Где? Потрескавшийся? Или это что? Что? Блин. О, нет, это слабая это... стенка, по-моему, называется. А, нет. Это просто, типа, взорвали локацию. А понял, можешь взорвали. Дать патрон на снайперку? А, это какие-то длинные? Крупные. Да, 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 которые здоровые. Ну, всё, спасибо. Да. Это не те, это для автомата. Пришел, короче, тут все пролутили уже. Давай. Вот эти? Нет, на ППшку. У тебя, наверное, нету. Ну, скорее всего. Промахнулся. Пойдем найдем еще кого-то. У нас только 6 киллов, ребят. Да, настоящий я жажду крови. Карась. Пришло время отомстить человечеству. Боевой же карась, понимаешь? Как так? Боевой карась, который лутится, а не сражается. Так, пойдем в сторону зоны, ребят. Потому что... Ну вот почему на пазике нельзя ездить? Пойдемте, ребят, в сторону зоны, будем сейчас там искать. Пошли, да, да, да. Серьезно, у меня такой простой квест. Ударите по слабым зонам строений. Да, это вот эти точки голубые, которые появляются. Ну, я в курсе. Там больше урона. Типа... Пойдем, там как раз типочек должен был собрать карточки и резнуть всех остальных. Ребятки, всем привет, кто присоединился к нам. Играем с подписчиками, поэтому оставайтесь с нами. Следующую карточку возьму кого-то другого. И вот у нас есть Макс Хромцов, который желает поиграть. Если Макс не играл еще сегодня, все сломал. Значит, Макс, возьму тебя следующую карточку. Че, Алекс просто стоит? У него залагало? Давайте босса убьем, бурю, посмотрим. Алекс просто стоит, не двигается никак. Ну, скорее всего. Никаких признаков жизни не подает. Выкинул, скорее всего. Видимо, карась наш сдох. Он, видишь, эти, спортивным питанием не увлекается. Здоровья мало. Слюной подавился. Опа, там тебя кто-то уже, да? А, босс, ясно. Да блин. Нифига вы далеко убежите. Медок. А я вот тоже накачанный, но я с противным питанием сейчас тоже не увлекаюсь. Карточку возьмешь? Карточку? Да, да, бег. Ну да, давай я возьму. Лучше вот так. О! Все, мы теперь соны видим. Крю, крю, крю. О, 32 уровень качнул за один этот. Алекс, все, Алекс проснулся. О, да, да неужто, серьезно? Опа, типочки, ребят. Алекс, привет. Да ё-моё, не попал. А нету больше этих? А нету кого, ни у кого нет дробовика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Я же метку поставил, и почему-то я вообще не смог его... вот он, прям на мне и пи... Вот эту, я турель могу поставить. Пьет бутылку, блин. Ну классно, давайте, почти убил меня, между прочим. Так мало наносит? Ребят, кто очень умный меня машиной, если что, толкнул, почти убил. Вы же ХП отбираете таким образом. Я со стримером играю.
Представь себе, если кто-то стримшнайпит тебя. Дим, на. А мне есть. Ну, вообще, давай, не помешает. Да, так. Так, я пока дипломат свой заберу. Все, да, ну, отхились. Погнали. Все, погнали в сон. Да, блин, подождите. А где еще один? В смысле, нас четверо здесь. А, все, я себя... свой ник не должен видеть. Е-мое. Думал, снесу, нет, не снес. Сиди сейчас. Вот что значит настоящий качок. Машину перевернул. Да блин! Че, у нее колесо что ли одно пробитое, не пойму. Ее заносит, она едет вообще не в ту сторону, куда я. А, потому что не я ее веду, блин. Я думаю, как это так вообще? Просто трындец какой-то. Ну капец, как дробовик нужен, у меня вообще нет. Кто? Там не подобрали, там золотой дробовик лежал. Кто тачку отжал у меня? Не, там дробовик был обычно серый. Я тоже. Я думал, что он золотой, а он серый оказался вообще. Цвета просто очень похожи. А, все спутники, ну ладно. Блин, а чё, у меня тарана до сих пор не было, серьезно? Дробовик. Я только что выкупала блутанный сундук, это нормально? О, тут сэр-трак. Кому нужен? Кто? А, сэр-трак. Никому, в принципе. А, хотя нет, Брозеру и Алексу надо. Ага, чё-то челика не добил. Да, еще один где-то живой. Да, есть еще один. Не знаю, кому снайпер. Я одного добил. Нокнутого. Вот тут еще кто-то вон стреляет вон. Блин, серьезно? Я до сих пор. Это что, мороженка что ли? Была мороженка, да? Есть вот дробовик эксперт, ребят. Ну, зеленый я, правда, себе забрал. Серый. Вы видите случайно рядом с собой? А, на мне. Голосундуки срочно нужны. Блин, капец, а чё так сильно? Их двое. Капец, а чё их так много? Капец, у меня 3 хп. Охренеть, с чего он меня? Две тыки, он мне и щит, и хп снял полностью. Это с чего он меня гасил? Возможно, в бошку с острова клыка. Офигеть просто, это как? Вот сзади, ребят, сзади, под... Еще один вот меточку кинул. В боксе сейчас хилиться будет. Хилиться, блин, ну, залетайте, мочите его. Вот, мне внизу. Кажется, этот отлично. Немножко пропустил тренировки. Я хочу посмотреть, кажется... чем он, блин, так гасил. Секунду. Пока вы меня хилите, я же должен еще лутиться, ребята, же понимаете? Подождите. Вот, блин, ну, вот оно чем, да? Хороший дробаш, хороший. Кому-то это нужно? Давай, я возьму. Это мое надо. Было, да. Так, хилочку последнюю пью, у меня больше нектара нет, если что. И у нас еще один лежит, да? Давай возродим. Давайте, ребят. Сразу. Немноженько силы не рассчитал. Давайте все троем. Макс написал Хромцов, что не может сейчас поиграть, только завтра. Да не проблема, Макс. Я, правда, не знаю, как у меня завтра. Спасибо. Будет. Буду ли я вообще играть. Но видео обязательно на канале выйдет в любом случае. Поэтому за это вы можете не переживать. Сегодня до победного буду записывать. Хочу видео, монтировать, выкладывать. На что? На все. Давайте на автомат могу скинуть. Выстрелы, ребят, на севере выстрелы. На дробаш? На. Спасибо. Бегу. Вам что-нибудь купить? Тут ключики есть. А у меня квест, это самое, надо голосундуки облутать или сейфы.
Голосундуки это то, что за ключи вроде бы, разве нет? Не знаю. Не, ну если написано то, что дают ключи от... Нужен кому клык фиолетовый? О, да, очень нужен. Был бы, конечно, хорошо, но мне и с новым этим автоматом хорошо. Вот это есть. Это я выкинул, да. О, дробаш? Да. Дайте, мне нужен. Новый. Где? Вот, это я его открыл, что ли, и не увидел? Не, это я поменял. А. Ура! Есть еще один ключик, пожалуйста. Мне один ключ нужен. Да, у меня есть, по-моему. Давай, дам. А, только выкиньте, блин, выкиньте, мне именно выкинуть надо его. Вот, спасибо. Ты все о, вообще? Ребят, тут кажется, на хилочке все. Типочки. Обыщите ценные сумки. Это то, что новые добавили? Он, походу, хотел похилить, резко, точнее, своих типов. Я узнал, что на таране можно целиться. Иди сюда, тут вообще патроны. Ребят, по мне кто-то... Ага, с другой стороны. Вон. Ой, блин. Нет, ну вот вы знали, да ё-моё, да что ты будешь делать? На таране целиться можно. Да, знали. Нам... А, это ты? Кто там кого? Динозавр был. Там пойдем. Был. В зону пойдем. Да, давайте в зону. И левее вроде выстрелы, да? На севере. Да, по мне стреляем. Погнали. Узнаем, кто. Это, скорее всего, с острова. Ну их, видимо, нет уже. Они застали убили. Там на острове. Типа. Да, сынок. Они все, они полетели. Когда закончите эту игру, пригласите меня. Ты что такое? Ты упал, что ли? Да. Прямо. Больно, да? Вон, летят. Ой-ой-ой-ой-ой! Что же, где, что за... Ё-моё. А чё, серьёзно? Нормуль меня так. Я думаю, сючья намного будет. Ядри. А чё они на импульсах все улетают? Ядри. Да, потому что зона рядом. Да блин, ну почему я постоянно, почему я, блин? Это ты у меня забрал эту привилегию. Почему я не умею играть? На окно? Капец какой-то просто. Дим, попробуй меня возродить. Сейчас. Надеюсь, что они не добегут до того времени, пока я тебе ресну. На меня лучше заметьте, потому что я только вам порчу все. Очень оптимистично, Вань. Ага. Окошко давай. Нокнул. У меня просто из хило. Понятно. Лечу. Ну нафига ты мне укрытие сломал, блин. Там двое минимум их получается. Да, там двое. Один белый. Был. Я к тебе ползу. Я тоже тут белый, как бы. Да что такое? А, все, у меня, короче, отваливается интернет, ребята. У меня лагает очень сильно. Что-то произошло с инетом. Пап, ты хочешь поиграть? Покушать? Пап, ты хочешь покушать? Пап. Да ё-моё, они бессмертные, что ли, там? Да. Нормально. Я очень хочу покушать, сыночек. 300 с инкогнито. Опять эти инкогнито. Да это ты понимаешь, что три... Epic Games три инкогнито в одном пати. Это ж надо так. Ладно, ребяточки, эта каточка была тоже интересна. Чебурек, привет! Пап,
Не успел Степа изобразить. Я сочувствую, дружище. Степа реально классный. Ребятки, давайте, наверное, сколько у нас уже стрим идет, кто может нам сказать? М? Уже, уже 2 часа, да, идет стрим? Три почти, без 10 минут. Почти 3 часа. Ребятки, давайте, наверное, на сегодня хватит, потому что я не обедал еще, у меня уже 5 часов. У вас вообще 6. И плюс мне надо записать еще карту для фарма опыта вам на завтра, чтобы вам было что использовать. Новенькое, свеженькое. Так что, ребят, всех... Всем огромное спасибо за просмотр. Прощаюсь со всеми, с кем не успел поиграть. Обязательно поиграем в следующий раз. Залетайте на трансляции. Буду стараться делать их как можно чаще. Но с железом пока немножко большие проблемки. Поэтому и с графиком. Поэтому не уверен, что... Немного большие проблемки? Немного большие проблемки, да. Чуть-чуть большие проблемки. Чуть-чуть много. Ну вот из этой серии. Реально, нужно время, нужно апгрейд, нужно покупать еще один комп. В общем, посмотрим. Но увидимся обязательно. Всем спасибо огромное за просмотр. Пока, Дим. Пока. До новой встречи.